Здорово! Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья, все правильно. Что, Вадим, как жизнь, как дела, как успехи? Пойдешь завтра на пары или не пойдешь завтра на пары? Правильный ответ, не пойду завтра на пары, если что. Вот. Пойдешь? Ну я вряд ли, короче. У меня скажи преподу, что я умер. Нет, не говори. Скажи, что скажи. Не знаю, что скажи. Я, короче, ну болит все. Душа болит. Мне завтра просто дела будут срочные, но типа для них это не особо важная причина, так что. Я не могу сказать, что я на самом деле буду делать. Ну чё, это лечится. Вот. Ебаный Twitch сегодня пробовал. Вот, заходил, короче. Очень за хуйня. Ходил, короче, пытался на этой хуйне постримить. 30 минут попробовал. Качество пиздатое стрима. Типа прям реально охуенное. И почти без задержек. Но, блядь, проблема в том, что здесь, во-первых, ни у кого аккаунтов нет из того, кто с меня смотрит. Вот, а во-вторых, ну, типа, мало все равно смотреть будет. И тем более, кому он нахуй надо сюда сходить. Туп-то у всех есть, открыл и смотришь. А это хуйня. Вот. В принципе, мы сегодня, наконец-то, блядь, сможем поиграть в КС-ку. Возможно. Блять, все залагало. Пиздец. Вот. Пароль забыл. Ну так вот. Там еще система такая ебаная. Я в прошлый раз, когда пароль восстанавливал, ждал 30 минут вот это сообщение, типа код. А мне вот так и не прислали в итоге вообще. Как-то Егор вот играет, бля, ну к ним залетать сейчас со стримом, не знаю, мне кажется, они меня нахуй пошлют, вот, можем сами, в принципе. Либо в Радугу по старой схеме, вот. По старой схеме. Ты чё сегодня на физуру не пришел, Вадим? КС? Ну давай. Там пиздец был на физре. Владик, он паспорт делает. Он... Нет, он в Ташле. Так, опять фашисты тут. Зикхаль.
Что делали на физре? Лично я руки, ну, выбивал плечо опять. Вот. Так вообще просто по приколу. Старого пик кибербуллет? Ну-ка, блядь. Где? Саня, хай. Саня. Пиздец, кибербуллет, нахуй. Пожилой собаки. Пожилой нотика. Че за хуйню он играет? Че за игра, блядь? Да, блядь, это какой-то Скайрим ебаный, наверное. Нахуй ебаная. Урод, блядь. Не расстраивайся. Пиздец. Да, блядь. Знаешь, что случилось? Привет. Но надеюсь, что у тебя все в порядке. Уверен, будет все. Все, деду пиздец. Че за хуйня? Хули мне все лагает? Так. Или это телефон ебаный, наверное. Ой. Да, это телефон ебаный. Так, сейчас надо просто чат открыть. Или что, что за хуйня? Как будто все повылетали. Бля. Происходит. Один человек смотрит. Стрим ебанулся. Дом, походу, у всех ебанулся, блядь. Даже у меня. Не знаю, что за залупа. Потому что лохи. Скайрим, блин, Скайрим. Что-то такая игра, а такая что себе. тут можно украсть? Ему лишь бы своровать, блядь. Дудость пожилого. Сердце кого? От него жена ушла. Пиздец. Блин, уютненько тут у него. Вообще обалденно такая комната. Красиво, согласись. Комфортная такая, знаешь. Вот кроватка. Банас. 3500 зрителей. Это у меня, да? Дорогие. Кожаные. И все мои, да. Так. Что тут какое-то голосовое отправили? Блять, как его послушать? Смотрим тебя давно. Уже не вспомню сколько. Хорошего вечера. Когда можешь звоночек делать. Блять. Меня бьет монстр. Ну. Ребята, погодите, сейчас я быстро спидраню. Сейчас я быстро. Спидран идет. Блять, стрим наебнулся, пидорас. Он главное залагал, типа, у всех. Я так понимаю, он просто у всех вылетел. И все, и обратно вернулся. Пожелаю удачи на завтра. Он даже не закончился. Зачет, пожалуйста. Удачи на зачете. Тут зачет издает, блядь. Мне вообще показывает, что один человек смотрит, так что. Удачи на зачете, чтобы все получилось. Един. Один зритель, блядь. Ну-ка, обновляем. Блядь, есть небольшая вероятность того, что это из-за ебучего интернета. Вот. Приветик, мальчики. Перекличка гомосеков. Ноль зрителей. Это ёбаный интернет лагает, походу. Нахуй Валакса закроем.
Чёрт, не тратил интернет мой. Так, пацаны доигрывают. Сказали, будут сливать. Они там 3-5 играют. Ебать, Влад отошло, уехал, все злой стал. Так. Сейчас, если 40 тысяч лайков не будет на стриме, я, короче, удаляю стрим, удаляю канал и перехожу, короче, в Bongo Camps стримить. Все. Заебали. Ставьте лайки. Вырви зуб Владу. Да это не за зуба. Ему на писю надо вырвать, блядь, походу. Вадим, реально, не позорься. Как можно за Валакса не шарить? Так, что я хотел? Подожди, это все хуйня. А, я хотел скинуть еще раз ссылку. Одному пидорасу, которому, блядь, персональное приглашение нужно. Так, ну вроде все. Ты хотел скинуть нюцы. Слово «грамотность», по-моему, с двумя «м» пишется, Влад. Вот. Так, в 2002-м. Ну да, Вадим же пиздюк. Какие нюцы, блядь. Данила, вот тебе лишь бы порнуху какую-нибудь посмотреть. Угомонись. Ты скажи спасибо, что я стрим запустил, а то бы сейчас в это говно в доту играл бы, блядь. Первый мувик «Стендов 2», бля, у тебя есть? Я хочу посмотреть. Так, сейчас я перейду на канал. А, не могу, блядь. А, ну-ка, надо попробовать с компа. Я хочу посмотреть первый мой стендов. А как, блядь? Не могу открыть даже твой канал. Сука! Тебе, видимо, что-то не так, блядь, с каналом. Я хочу посмотреть мой стендов 2, блядь. Я теперь просто хочу посмотреть мой стендов 2, пизду. О, Моргенштерн, ебать. Блять, а мне, наверное, забанят нахуй. Ну и в пизду, блять. Сейчас... Моргенштерн, блять, ебаный. Так, мувик, вот он. Наверное. ЧКС, ща опять. Далеко не праздник, вов. Проверяй, на кого ты ее тратишь, вов. И пускай нас замучает кашель. Кто чего стоит, время покажет. Пока молодой, значит, время дорог. Если надо будет, руби петь порог. Все, что потеряем, мы потом найдем. Так что давай, так что понеслось. Ебать. Ебать, что такое. Ну и говно, блядь. Так, официально приношу свои извинения за... А, этот мувик, иди нахуй, я знаю этот мувик, блядь. Ты меня на эту хуйню не проведешь. Я этот мувик тебе же и показал, блядь, долбоёб. Сука, дурак, блядь. Вот. Слово «грамотность» пишется с одной буквы «М», ребят. Так что все там правильно было. Короче, смотрите. Набираем 20 лайков, и я приглашаю вахтершу на стрим. Прямо она реально будет сидеть со мной и стримить. Джекбокс? Джекбокс. А как там? Куда вообще заходить надо? Джекбокс. Там надо какой... А, там надо стримера сначала найти, да блять. Или шо? Вахтерша на стрим хочешь? Это будет лучший стрим в моей карьере, ребята. Должны быть миллионы просмотров.
Ой, аж голова заболела, блядь. Вахтёж на стрим. Там, кстати, сегодня доброе, так что... Вебкам стрим с вахтёжей. Всё. Я придумал идею для стрима. Тогда надо донейшн на алерт зарегистрироваться. Потому что надо донатики собрать. С такой-то хуйни. Так. Короче, а как посмотреть историю моих продаж? Я сейчас покажу, Владик. Короче, смотри, если бы у тебя был Jackbox, я не знаю, вроде Steam покупает за свои... Много людей, вот заходишь, ебучий Twitch. Бля, пиши текстом, этот ебучий ВК хуёво распознает текст. Я пока не. Естественно, ты... Да это я знаю, как Jackbox работает. Так он стоит, блядь, 300 или 400 рублей у меня. На Steam 50. Как посмотреть, где... что за вахтерша? Да я не помню, честно говоря. Зуб отправлю, да? Договорились. Как посмотреть, блядь, историю того, что я продал, блядь. Тут я кейс недавно выбил и продал... Ой, нет, не сюда. И продал его, короче, за 50 рублей. История инвентаря его. Наверное, это хуйня. Так, это не то. Видимо, никак. Ладно, хуй с ним. Короче, кейс за полтос, хуй знает. В настройках дули, нажми на... Так, Steam, настройки. Нет, не здесь. Куда нажать? Мой профиль. А, дудлер нажать, все. Так, и куда здесь? Что? Ты скажи, куда зайти. Послушай, я знаю, как работает Jackbox, блядь. Ты качаешь этот ёбаный Jackbox, покупаешь его. Типа, потом создаешь комнату. Не комнату, а вот это лобби, типа, и ссылку кидаешь в чат, все присоединяются, кто успевает код, или код вводит там что-то через браузер. И все, я знаю, как он работает. Я просто, блядь, мой кошелек. Я просто не хочу его покупать. Что это за хуйня? Мой кошелек. Смотреть подробности. Ой, так, не знаю, надо смотреть мой кошелек. Там карта привязана, блядь. Об аккаунте. Ты просто хочешь личные данные, блядь, тут найти. Мои. Так. Нету здесь. Нету. Да ладно, забей. Просто какой-то ебаный кейс за полтос, блядь. Продал и все. Так, что там, Егор? Посасывают, блядь. 4 раунда забрали втроем. Да ладно, забей. Вчера с Русланом, кстати, играл. И с его каким-то друганом. То ли Эдгар, то ли как-то так, типа. И... Типа, а Егор, короче, купил вот эту залупу там, короче, которая за косарь. Вот. И ему надо определенные миссии проходить. Вот мы одну катку сыграли с ним, проебали, или выиграли, не помню, по-моему, проебали. И разошлись, и все, блядь. На этом и закончилась моя игра с Русланом, блядь, и твоим кентами. Влад, так что вот так вот. Вчера нормально я поиграл в КС какую-то ебаную. Опа, звук какой, а. К дауну с твича завалиться. Ты еще ссылку кидаю в чат. Короче, если найдешь каких-нибудь ебланов с твича, которые Jackbox играют, не играй с ними, это пиздец эгоисты. Ну, честно говоря, да. Они как-то так играют странно. Что Руслан, что вот второй челик. Типа я, ну, не привык так играть с чуваками. Вот согласен. По тимплею вообще хуйня. Вот с Егором и вот с чуваком вот этим, его другом, типа нормально вообще заходит у нас. Прям тащим. Вот. А вот как с Русланом что-то там по пизде пошло, по-моему. Как я не пытался. Хотя я, блядь, там хуя насасывал. Тоже, блядь, еще.
Чё, 13-й раунд, блядь, скорее уже заебали они. Джекбокс, надо джекбокс тоже поиграть. Сейчас каких-нибудь ебланов найдут с твича. Вот. Мы их, как бы, это самое... Мы залетим, будем рисовать с вастоны, они будут бомбить, потому что они стримят на твиче. Будем писать нигер, 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 нигер. Джекбокс, джекбокс. Типа, игра такая, короче, стример покупает игру, называется она джекбокс. И версия этой игры, но для подписчиков, есть в браузере. Типа, сейчас. Jackbox. Короче, через браузер ты играешь, ну, вот вводишь код, который от комнаты, и там любое свое имя, и играешь. Там всякие интеллектуальные вопросики, вся хуйня. Вот. И, типа, иногда можно рисовать всякую залупу. Типа, кто лучше нарисовал, там потом в комментарии голосует, ты там побеждает, и в следующий раунд проходит. Ну, короче, такая прикольная тоже залупа, смешная. Вот, и Валакса вечно троллится этой хуйней, рисует всяких нигеров, блядь, пишут всякую, типа, там, зикали, прочую хуйню. Сейчас. Так. Валакас. Джек. Сейчас просто какой-нибудь фрагментик, блядь, буквально какой-нибудь смешной. 8 месяцев назад. Он там украинцы с вастонами рисовать, по-моему. Дальше сделай свой выбор. Лена? Конечно, Лена. Считаю, что за свою жизнь я не достану. Ну, короче, по идее, игра чисто с подписчиками. Вот. Но мне не с кем играть, потому что меня, блядь, 4 человека смотрят. Поэтому будем залетать другим всяким долбоебикам. Возможно. Посмотрим. Сейчас для начала надо в Егор... Ой, блядь, в КС-ку поиграть. Ты со своими не будешь? С кем? С своими подписчиками? Сейчас тебе покажу, блядь. Своими подписчиками, блядь. Ты можешь зайти, сука? Чё сделал? Джек... Вон, блядь, смотри цены. Скиньтесь, блядь, подписчики. Он самый дешевый вариант купим. Вон, буквально, блядь, надо-то всего лишь... Ну, 400 рублей. Полтос я вон свой отдам. Скиньтесь, я... поиграем, блядь. Я не против. Мне вообще похуй. Вот. 3 человека. Все, пиздец. Стрим нахуй не смотрит никто. Пойду, блядь, повешусь. Надо вахтершу позвать, мне кажется. Если она зайдет онлайн, блядь, взлетит 100%. А где Саня? Чаня. Мучачес. Где он? Надо его, блядь, забанить. Минут на 30. Блять, что-то все повыходили, хуесосы. Когда КС, ну вот смотри, сейчас они доиграют. Они уже проебали. Надо только подождать. Че не выйдет, мы с ними залетим. Кстати, помнишь, Влад, у тебя мозги ебало хуйня, типа, Дискорд сам отключал эти. Типа, звук выключал. Я сидел, думал, что за хуйня. Ебать, думаю, как может Дискорд сам отключать звук, типа, и микрофон? А потом я вспомнил, что я в прошлый раз, когда стримил, я поставил себе горячие клавиши на Дискорд, чтобы когда, типа, сидел с чуваками, типа, отключать, чтобы ни им не мешать, ни себе на стриме. Вот, и забыл убрать эту хуйню. А ты, типа, сидишь, что-нибудь пишешь, и у тебя хуяк отключается звук, типа, и микрофон, блядь. Да мне только вот буквально вчера или сегодня допёрло, блядь. О, ребята, блядь, уже собираются. Так, алло, здорово. Алло. Алло, Софтанахэ. Не надо мне скидывать приглашение. Я не отсылал. Егор мне отослал. Да, только это, чуваки, ну, предупрежу, что я стрим. Как бы, ну, стримлю. Вот, вот чувак. Не, наоборот, просто... хорошо. Не, чтобы вы какой-нибудь личной хуйни не пизданули, и все.
А что тебя кто-то смотрит? Ну да, там он Вадим смотрит. Да, Данилка смотрит. Там, короче, наши пацаны все. Готовься к тому, что я сейчас буду матом. Чего тебе хочешь? Да похуй, я же не на Твиче. Второй аккаунт заведи. Да я не вообще похуй. Черные слова нельзя, да, говорить? Можно, какие? Я же на Ютубе, блядь. Просто черный говоришь, тебя забанят. Да не забанят, блядь. Чё, блядь? Скажи белый потом. Чувак играл в шахматы, он там употреблял слово черные шахматы, белые, его забанили. А чё, надо было афроамериканские шахматы? Да. По-моему, это больше расизм, нахуй. А как еще сказать, шахматы какого-то цвета, непонятно. Розовый шар. Можно говорить за место белого, бледноватые. Шахматы цвета машины вора в законе. Какой есть цвет, приближенный к белому? Бежевый. Вот бежевый, и все. Нет, надо говорить именно белого цвет. А, черный, мы про черный, блядь. Серого, да? Цвета белизны. Макс создал беседу 8 марта. Я не знаю, что по этому поводу сказать. Можно только сказать, что я скидываться не буду. Нихуя себе, блядь. Я этой залупой ни разу не попал. Бля, ну трейн, конечно, это пиздец. Фомас такая мразь, это пиздец. Мы с пацаном тот рез. Трейн это залупа, блять, абсолютно. Так на равно у меня все отключается нормально. Я вообще не люблю блядский трейн. Типа, блять, вот сам пиздец карты это мираж и... Шо, мираж и, блять, это... И даст 2. На напарниках там больше карт, конечно, нормальных. Кстати, Инферно тоже нормально. Она хоть немного дисбалансная, но тоже нормально. Мне заходит. Надо квест просто поиграть, блядь. Я бы пошел сейчас с радостью этот ебаный джекбокс, но я на стриме ни разу не играл в КС. Поэтому надо. Тем более вон... Целая пати там, Егоре, вся хуйня. Фомас это мразь, а не оружие просто. Инферно то. Худшая карта вообще в истории. Какая карта? Да, вообще худшая карта. Вот это худшая. Инферно нормально. Там все одна сторона играет, а вторая сосет. Стабильно. А почему они не засчитали? Пацаны. Че не засчитали? Ни раунда не засчитали. Какие раунды? Ну, на это назовет. А, вы эту хуйню проходите? Да. Может там время есть какое-то? Слева есть задание? А? Слева есть задание? Есть, это же задание, но меня не засчитали. Это другая карта. Блять! Пацаны, здесь осторожно, есть один. Андрей, там двое, Андрей. Да, еще, да. Еще правее. Право. Я знаю, я же с тобой выходил. Сейчас что? Я жопу намою. Егору пиздец Инферно не нравится, не знаю почему. Вот. Ну. Я Инферно играл. Еще в ебаной блокаде, блядь. И Трейн тоже, блядь. Я эти все карты наизусть знаю только из-за блокады. Так что. Вот так вот. У Андрея это топографический кретинизм. Ебу. Куда вы пошли? Я ебу, потом поставил. Я ебу и все, и поебали. Я стекла, блядь, не умею стрелять. А, Андрей, тебе нравится эта карта? Нет, но у меня тут задание. Мне нравится, что ты хочешь. Я так и понял, что Егор, тебе нравится эта карта, потому что хуйня. Это хуйня, а не карта. Чего, урод? А, откуда здесь Ленин? Егор, у нас звезда одна. У нас банить его первый раунд.
В смысле не умею, блядь? Смотри, сейчас залетаю по стратегии. Вот сюда, потом прямо и налево, и все, смотри. Толстый. Еле бежит. Так медленно с ножом бегать, блядь. Кто-то толстый, кто-то хуле. Егор толстый. Да, я толстый, чё теперь? Что за бодишейминг, блядь? Вот именно. Хватит, хватит. Сразу слова какие-то новомодные. Так, ну ли ты ебал я рот от эту игру? Я в радугу умею. Выходи. Выходи, чёрт. Пизду давай. Чикаго доза, давай. Как я ему дал в башню. Андрей слева сейчас. Да блять! Так, на ваших глазах. На стриме Михаил Круг. Сейчас, подожди. На ваших глазах на стриме происходит кое-что поинтереснее. Слушайте. Это АСМР стрим. Хуяк. Снайперская. У нас еще есть Ancient. Можем Ancient? Не надо, нет. Что такое карта? Андрей, Андрей. Ancient это что за хуйня? Дерьмо. Я сам бывший стек. Это да. Не та хуйня, на которой мы играли в прошлый раз? В напарниках? Не знаю, нет, вроде. А как называется, которую мы напарники играли? А, там на S что-то название было какое-то. Короче, вот это название на S, которое... Это самая пиздатая карта на напарниках, реально. Я сам для себя открыл. Это новая карта, блять, она охуенная. Чё пьёшь? Бат. Он там слева за ящиками. Стример Михаил Круг. Блять, а я думал, это свой. А ты чё вперед бежал, даже мышка не валил? Блять, ты видел все-таки, сука? Я видел эту хуйню. Я надеялся, никто не видел. Да я устал. Тебя минимум как 4 человека видел. Ты же стримишь. Блять. В смысле, ты знаешь? Ты же сказал сам. Нет, в смысле, откуда ты знаешь, что 4 человека? Сказал, сколько человек. Я посчитал. Это математика. Да это стыдная хуйня, я просто шел, короче, отмьютился, блядь, и иду, просто смотрю на него. Я думал, это вообще ты, блядь. Класс. Пацаны, мне надо АВП, и я, может, что-то сделаю. Хотя на этой карте хуй что сделаешь. Какой позор, Вадим, иди нахуй, блядь, правильно тебе Влад гнал, блядь, в шею со стрима? Пиздуй, блядь, ты, блядь, булишь стримера, за это бан дают. Давайте трамваи все. Трамваи. Какие трамваи, нету? Блядь? Позер на стримере, дизлайк. Ты охуел? Ты знаешь, что большинство стримеров ЧСВшники, блядь, а я не ЧСВ, вот стрим, блядь. Не знаю, что, иди нахуй, короче, ты пидор. Ты вообще, Данил, охуел? Ты хочешь, чтобы я к тебе больше никогда не пришел? Нахуй. Бомба у меня, блядь. Разбил, ебло. А по ули, а пули, блядь, патроны. Разбил ебло второе. Че это за говно? Сын, блять, я выиграл вам игру. А че вы все туда пошли, блять, если я бомбу на Б поставил? Че? Мы хотели их обойти. Они тут там через это. Остался. Да там один остался. А. Нихуя себе, блядь. Блять. Это что было? Че вы доебали, суки, я выиграл, блять, раунд. Больше еды останется. Да охуел, мы нихуя не ели у тебя, блядь, картошку одну поели какую-то ебаную. И потом... Не, картошка охуенно была. И потом еще торт поели и все, блядь. Я не играю с оружием, Андрей, ты же знаешь. Бля, опять начинается. Запишите центр, центр. Я ковбой. Пошлите центр, и, по-моему, Егор один пошел на центр. Это я пошел. Даже Егор не пошел. А чего пацаны, ебать, пидорасы такие? Одного сделал, пацаны. Самого жесткого. Блять, там АВП. Левый чувак, блять. Понятно. АВП. Ну, еще яйца, да, кстати, были. Вкусные. Данил, бля, готовит вообще пиздатый, если что. Егор, Егор, балкон. Егор. Да-да-да-да. Егор, не выходи, жди дудлера. Он на балконе. Да, здесь, здесь на балконе. На
трое. Опа. Забери, блядь. На балконе последний. Наверху над тобой. Он слышит тебя. Ебать, как ты попал в мешок? Разъебал. Ну-ка, лови. Мне хватает на АВП. Я могу, кстати, скинуть кому-нибудь АВП. Давай. Где ты? А, на. Чётко. Чё, развъёбывались, да, на меня, блядь? Развъёбывались, а я вам, блядь, разъебался, нахуй. Всё, пиздите, блядь. А вы хули делать? Бери бомбу. Это будет хуёво, если я ещё умру. Я с тобой. А, АВП, АВП. Тихо, не высовывайся. Флэш. Ой, блядь. Ай, блядь, прикройся, сука. Батя чуть не сдох. У меня 6 хп, Андрей. Бля, я в него попал. У него 15 хп осталось. А где он был? За пуговицей. Ой, блядь, за ящиком. За пуговицей, блядь. Я не знаю, если что, Андрей, обозначение вообще на карте. Я тоже, я просто сказал. Блядь. Сжёг просто. Там была, блядь, какая-то пуговица большая, я не знаю. За пуговицей. Я думал, это реально обозначение, блядь. Ты просто катушка. Без... Потому что надо в одно место ходить. Олька прям целый набор пистолета и две флешки. Добейте эту суку, спасибо. Ты сам её добил. Да. Что такое? Флешку кинул туда. Охуенно. Бля, я сейчас зажму, выйду. Блять. Четко. Забейте, блять. А где он был, справа или слева? И слева, и справа. Mm. Справа, Валёк. Чё? Пошёл ты нахуй, блядь. Андрей, чё ты ждёшь, блядь? Я АВП. Ой, блядь. Я АВП. Он не выйдет, всё. Я калаш. Ну, он псих, если он выйдет. Заражу. Я действую ему на нервы. Ты, ну, по-моему, нам на нервы действуешь, Андрей, блядь. Хотите? Возьму пистолет в руки. Чаю нос почешу. Блядь, на что ты рассчитывал? Вы видели, там, блядь, миллиметров под головы пролетело. Ты... Это не муха. Это ноускопич. Я учусь. Жвачку прилепил. Снайпер, блядь. Че, плюнул на метеор. Кстати, здесь зернышко от малины есть сейчас. Че за дробовик у тебя, террорист, блядь? Пизда, дробовик. Пизда. Идите на другой плент, если можете. Блять, в упор, нахуй. Там еще один коц. Так, сейчас смотрю, обновляю трансляцию. Если нет 40 тысяч лайков, я сказал, что будет. Так, 3 лайка, вы охуели, было 4, блять. Минуту назад было 4, блять. Я уже... Ух, нихуя себе. Я уже 3 банки бада въебал. Ребята... Удалите из игры. Да ты охуел. Ты видишь, я играю пиздато. Где там?
Вон на втором месте, блядь. Не пизди. Вообще, Данил, блядь, в доту играешь, сука. Ну, Ваня пидорас, как обычно, блядь. Его только банить. Как ты, блядь, еще на первом месте? Ты видел, как я убиваю, блядь? Чего вопрос, потому что я так и ты. С пистолетом залетает. Прямо, блядь. О, скинь следующий раунд, короче, АВП мне, пожалуйста. У тебя 14 тысяч. Не коплю. Он не даст, я тебе отвечаю. Да дам я, блядь, что ты. Ну идите нахуй. Я понял. Тихо. Блядь, ну охуенная флешка. Там и с той, с другой стороны. Егор, ты что, ебалом щелкаешь? Ты меня не прикрыл, еще я виноват, что ли? Нихуя себе, я выпрыгнул, его не было там. Ты ж впереди был. Че, пошли зайдём? Здесь чё? Кинь флешку, кинь флешку, кинь флешку. У меня не флешку. Блять, сколько. Слева чисто. Ой, блять, он сразу за ящиком стоит после дыма. Делать псих справа, блядь. Справа, а ну там короче, чё, псих делать? Почему здесь в жопу зашел? Ваня, блять, пидорас, как обычно, дизлайки ставит, сука, пидор. А ВП на открыл. Блять, давай на следующий раунд. Давай. Ебать, 16 хп. Тут все быстро. Кстати, прогресс, блядь, я поменял наконец-то прицел. Потому что у меня был вообще стандартный. Ваня, гандон, если ты не уберешь свой ебучий дизлайк и не поменяешь его на лайк, тебя ждет тотальная кара. Че, есть кто-нибудь? Сейчас я подожди, посмотрю. Вроде нет. Я не знаю, где они вообще. Они походу на Б. Бомбу, чё, почему не бомбу не поставить? А где бомба? Блять, не на ставь б, на Б, пожалуйста. Хорош. Ро. А? Бля, я че играю? Сколько времени уже? Блять, почти 11. Я попозже пойду курить. Пошли. Заболел. Да я же стримлю, блядь. Нет, ещё не все. Дебант получается. Так. Давай. Куда ты пошел, долбоёб? Какой Mass Effect? Справа. Справа. Улица чиста. Вон там справа. Дизлайк на лайк поменяй нахуй и пиздуй свой Mass Effect. Какой проходной двор? Это сейчас Серёжа заходил, мне сигарет стреляет. Кто это сделал? Чикаго. Там вдалеке один. Там, там, пацаны, там. Пацаны, я ставлюсь ещё. Ставь-то. Слышал. Там Егор заходит уже. Я прикрою. А где они? На Б. Пытался убежать, блядь. Да. Да, ВП? Да. Дай ВП, дай ВП, дай ВП. Лёг даст. Бля, чё я купил? Блядь, это не ВП. Где ты? Дай, сюда, здесь, вот. Облёк. Хорош, спасибо.
проходной двор. Ты вообще не пизди, у тебя там, блядь, не проходной двор, у тебя там просто, блядь, бомжи трахаются под дверьми у тебя. Что? Ух, нихуя! Ебать, блядь! Я не ожидал. Я его почти убил. Пацаны... Ебать, они решили зарашить. Пидор. Поезда чисто. Тихо, 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 тихо. Блядь, хуило. Егор, нахуй это флеш, если я здесь, блядь? До скольки стрим? Стрим, блядь, до 3 часов ночи. Возможно, до 4. По дверью местный ходит. Я знаю твоих местных, блядь. Долбоёбы. Вечно дверь тебе дрочат, блядь. Как будто других дверей больше нет вообще, блядь, во всей коммуналке. Тихо-тихо. Звук, пиздатый звук. Он решил попердить микрофон. Где он был, Егор? Балконом, я не знаю. Балкон. А, нет. В смысле запоганил? Чё пиздишь? Пиздаться звук. Нормально всё. Не уёбывайся. У вас справа сверху надпись, кто меня убил. Вот я буду... Пошлите бы. Хуй знает, что ты тебя убил, там вообще не было, блядь. Андрей, а чё это решает, окей? Он отсюда, наверное, бежал вот так вот. Я откуда знаю, Андрей, у меня убил, я его даже... До скольки сидеть буду? Я, типа, до 3, наверное. Блядь. Они раш, что ли? Вы? Долбоёбы? До 3, возможно, даже до 4. Мне похуй, в принципе, я завтра на пару не собираюсь. Шейх рот ебал. Не пара, а говно. Психология, блядь, 2 пары. А потом 2 пары, блядь, заочно в зуме. И ты, хуй, ты еще 2-й. Петрич, блядь, пошла она вообще нахуй, блядь. Покажите стрим. Блять, спасли меня, пиздец. Тихо. Ну, зумом. Блять, хуйня идея была. Бля, заберите АВП моё. Нихуя себе, блять. Спасибо, ты спас меня, Андрей. Ладно, что мы раунд выиграли. Да я не ебал. До скольки сидеть буду? Короче, до 3, наверное. Есть? А, у меня есть на АВП. А нет, у меня нет на АВП. О, спасибо. Бля, даже просить не надо, пиздат. Все, на этом моя щедрость кончается. Беседу подарком девка. Бля, смотри, они сколько нам скинулись? Надо, короче, по-умному сделать. Надо посчитать. Блять, нахуй они там кинули? Надо посчитать, сколько они на нас потратили. И, типа, столько же, такую же сумму разделить на нас всех. И тоже купить на такую же сумму хуйню на просто на всех. Потому что то, что они нам подарили, это, конечно, очень дешевая залупа. Вот, блять, подождите, нахуй. Сзади? Блять, тут двое. Сори. Блять, Максим, как. Вот точно такая же хуйня, что и этот какого. Колян ебаный. Сам выберет, а мы потом должны, блять, по 300 рублей. Заебали они. Алло, американец. На пульке, Егор. Ну, в каску сейчас дали. В каску дали. QSP. Он не разговаривает, походу, он мертвый, блядь. Все потому что я черный. Потому что ты, может, не купил каску? Блять, ты умрешь сегодня, сука. 93, блядь. Я купил каску, Андрей. Ебать, ну пацан, ты че? А вапер 93, просто, блядь, харкните в него. Я обожаю. Вот.
штуканем и прокладки. Не, пошли не нахуй, какие прокладки, блядь. Я предлагаю вообще чё? Сухариков по 12 рублей. Вот у меня в магазине возле общаги за 12 рублей придут сухарики. Скинутся. И прям вот эти сухарики им всем подойдут. Штука, блядь. Ты думаешь, типа, они в общем косарь набрали на подарок нам? Мне кажется, меньше даже. Типа, сколько пацанов было? У нас же вообще мало пацанов в группе. Обжал он, обжал. Слышишь, что он топает? Обижает, обижает, обегает тебя сзади. Где, откуда ты пришел, Олег? Да. Да и Андрей, я не тупой. Второй где? Ну, мало ли. Эй, Андрей, второй. Я себе, это что, блядь, баканул, что ли? Сзади. Сзади топно. В засаде, блядь. Здесь рядом, на пуговице. Какой пуговице, сука? Кругляш вот этот. Вот катушка. На Чапалина, короче. Там опять. Хуй знает, там они тут где-то ходят. Это, на Гитлера, короче. Проходите, блядь. Ну, то есть, вот тут они. Почему застрял? Им похуй. Изи. Победа, нахуй. Ну, я думаю, знаешь, не легче быть. Я предлагаю, чё, короче, штукануть им на это какого? На дилдон, короче, один на всех. Вот. Пусть там сами решают дальше. Есть P250. Егор. Yeah. Ты учишься? Нет. Блять. А чё? Да я хотел у тебя совет попросить. Насчёт? Ну, типа, вы на восьмое что-нибудь своим там в группе дарите? Андрей, мы заочники, там у нас на восьмое, женщина 25-30 лет. Что ты им дарить собираешься? Пизда, пизда, пизда. Ну, мы прокладки собираемся дарить. А вам они пиво дарили, по-моему, да? Да, пиво. Чё, Ваня пил? Какой, смотря какой. Каспийский брус, который. А, он вроде нет. Ну, он сказал, что он выпил, да. Ну я хуй, мне кажется, у него мама забрала. Понятно. Да, блять, убейте его, а. Бомба стоит уже давно, блять, на поездах. Откуда ты, Елан? А, все. Я, пацаны, бежал как мог, нахуй. Я дефьюзер. Что нет, блять, что происходит? У меня дефузов, мне пизда. Блять, меня еще убили. Быть по диффузам. Сука, Ваня, такой пидорас. Он заебал мне ставить дизлайки. Ваня, если ты это слышишь, я твой рот ебал. Я тебя забаню нахуй, чтоб ты не мог даже заходить на мой стрим, пидор. Понятно. Ну как на 5-7. Блять, кто такой тормоз? Умри, сука. Блять, там двое. На Б заходит, ребят, на Б. Нихуя себе, блять. Это что такое? Один А. Алло, Иван, ебаный. Если сейчас лайк, точнее дизлайк на лайк не сменится. Я пока еще не придумал. Но, скорее всего, я больше не стрельну от тебя сигарет. Ну ты и рашишь мощно. А как еще, блядь? Как в это говно играть вообще? Я не понимаю. Здесь крысить, по-моему, вообще в КС-ке не вариант абсолютно, блядь. Это конченая игра, блядь. Блядь, отвечаю, радуга в миллиард раз лучше. Егор, 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 Егор. Егор против бомбы? Пиздец. Че, проебьем?
Мы хоть один раунд выиграем для звездочки, блядь. А вам один раунд? Типа достаточно. Ну, КС для дебилов, тут согласен. Поезда, поезда, блядь, никто не пошел, спасибо. Че, все поезда, что ли? Ну, они ходят, поезда. Оба здесь. Я в жопу зашел, Андрей. Класс. Бля, тебе не на Б, что ли? Ебать, аллилуйя, ты только сейчас это понял. Ну да. Я нашел. Я кому говорил? Я не слышал. Нихуя себе, блядь. Все это время пизжу. Не пизди. Ебать, он тайминги, сука, ловит, дебил. Свой ССГ. Спасите. Охуенно, я пытался. Кстати, да. Уже четвертая банка идет. Вот. Так что дела у меня, блядь, с игрой не особо хорошо идут. Что, блядь? Со мной кто-нибудь на трамвай пошлите. Да. Валёк, справа будешь караулить? Ага, щелкает он, сука, здесь. Сейчас я ему щелкну. Я уже ему щелкну. А они не здесь. А, поставить, наверное. Если он хочет, они не здесь. Он за поездом есть, Егор. Слева. Ну, умри! Еще. Блять, патроны, сука, да как мне это заебало. Так, учись доту играть. Дани, Данил занят. Ебу, да ему нельзя в доту, он ветер. Данил, я запретил Данилу играть доту. Ой. Не, и в доту тоже. И в гвинт. Самое главное, это дота и гвинт. Не играй, Данил, ты заебал. Желтый, смотри, право. Ты мне? Тут иду, да. Я смотрю. Блять, они там, я накоцал. Пиздец, как накоцал. Накоцал, это, конечно, хорошо, блять. Мне теперь что делать? Там двоих прям коцаны. Гранату да? Есть? Егор, залазь наверх, да. Граната, блять, нахуя тебе? Хорош. Гранату кинь. Иди нахуй с этой гранаты, блять. А, я его слепил. Ай, блядь. Егор, несусь, блядь, роняй кал. Играйте в Dragon Age. Всем советую. Не Mass Effect. Данил, тебя купили или что? Тебе Ваня 300 рублей заплатил, чтобы ты эту хуйню написал? Павел нас, блядь. Валёк, купи мне АВП. И мне. Базара нет. Тебе АВП. Мне АВП. Спасибо. Всё, отстаньте от меня. У меня деньги кончились. Участник Ванстовый, между прочим. Сука. С пистолетом бегают. Да иди, блядь. С пистолетом бегаешь, что теперь сделаешь? Да. Блядь. Не запрыгнул. Надо колени сгибать. Голубая луна. Спасибо. Никого. Как ты никого стрелял? Кто сейчас? Бузова, что ли? Андрюха Бузов. Ой-ой-ой-ой-ой.
Слышь, Тост, ты не топай. Не знаю, откуда мне. Ой, 70 дал. Он на улице, Андрей, там. Вот, может быть, хуй не дымует, короче. На тачок зайду, да. Может, либо, на не пить. Либо еще правее. Там еще правее, еще проход. Я знаю. Это наша база, блин. Ну вот, оттуда могут зайти. Блять, ну хуй, они, блядь, вдвоем выходят. Так. Это, если что, последнее. Так что... Слушайте внимательно. Хуйня. Егор проигрывает. Не, он умирает. 10-19. Ну, Валёк, член изо рта не вынимает. Подожди. С чего? Да, это Егор вообще с чего-то взял. Понял, принял, осознал. Нет, я говорю, с чего рта? Вот взял. Да, Егор? Пятое, да. Я ровно 5 купил. По-моему. Ой, что-то стучит? Хуй знает. По-моему, кто-то стучал. Было бы мне еще не похуй. Все сказал. Пацаны, это Б, это Б. Пиздец. Это А. Это А. Ну тогда же это лучше. Б. Ну ладно. Пацаны, у меня не хватает на VIP. Понимаете, о чем я? Денег нет. Что, я уже купил? Я не дам тебе ВП, иди нахуй. Ты чё, блядь? Раунд. Нахуй, блядь, а? Ах ты чёрт. Ты чёрт, всю игру снабжаю. Пора ли, блядь, подумать о том, что надо работать? Андрей, пора ли всё-таки Курскую дугу организовать, Андрей? Андрею? Да. Оба. Где? Там два, Андрей. Домой, ебать. Чёт, как я хоть чёт ему, блядь, поставил? На Б2. Я не хочу на этой карте играть, она меня так раздражает, я не могу. Я согласен. Я не могу здесь с АВП прям отлично играть. Пиздец. Вау. А я хотел ноускопом. Ты бы ради приличия хотя бы стрельнул бы. А я нажал, но поздно. Еще пинг ебаный. Не, Егор. Просто как мужик. Егор, возьми мухобойку. Чё ты взял в руки? Он взял. Да выйди, мужик. С ножом выходи, Егор. Это что за флаги Азербайджана? Кто его тебе видел? Дай, сука, АВП, блядь. Последний раунд. Сука, маменькин сынок, блядь. Ловлю. Пацаны, РПГ по Гарри Поттеру от меня. Почему? Ну, потому что это же писательница там про феминисток плохо высказалась или про негров. Да разъебаны с этими феминистами, блядь. В рот их ебать, блядь. Так они и делают это. Оба, хорош. А это 4, я считаю. Феминист. Ты что делаешь? Стреляет по вагону, стреляет. А, нет, стой, нет, нет, это просто ее бойкотирует СМИ. И все. Блять. Егор, дезинформатор. Андрей, на. Угадай, какого хуя мы проебываем. Ваня получается гомосек и бисексуал и пират. Ваня гомосек, бисексуал, пират. Короче, у нас. Роллинг называет исключающая транс людей радикальная феминистка. Чёрт. Почему я не самый точный, блядь? Я больше всех убил голову. Пацаны, подождете, я на 5 минут отойду. Окей. Я сейчас пойду, отойду. Да, да. Так. А вам, гомосеки,
Я включу, блядь, какую-нибудь... Что это такое? Ой-ой. По-моему, это плохо. Ну, пока я пойду покурю, а вы смотрите Влада Влакса. Егорик, салам, ща передам. Только если не съебешься, стрима. Одежда какая одета? Чё, на регенерации, правильно? Считайте, что это мой стрим. Я пошел покурю. Сейчас. В чем прикол? Ну да. Все нормально у меня одето. Подожди, а зелье, да? Не, по-моему... А, есть. А, это хуйня. Это не то. Страха нет. Бля, что так долго регенерируется? Так я его сбил, он, блядь, вообще на полу валяется. Заебали, не надо подсказок мне. Я и так его убью. Сейчас, подожди. Хай, старый крол. Хочу спросить, как ты относишься к женской фамилии Мамедова? Я считаю, не что всех баб с такой с фамилией надо сжечь так же, как ты призываешь сжигать чеченцев у себя на фаточках. Я таких не знаю, ну, не знаю. Наверное, нормально. Подождите, блядь. Дениска, а сколько стоит твой пожилой звонок одному черту? Надо его наказать. Да сохранился я, блядь, ебать. Ты собака, 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 ебал тебя в жопу петуха старого. Дерчму собака. Я колдун или хуй пойми кто? Я раз ебал Мамедову, а потом оказалось, что она меня выебала. Нашего настоящего деда, которого ты убил несколько лет назад и украл его маску. Гадость отстойная. Ты собака, я ты подчеркивание, я чрезвычайное происшествие. Ты собака, я ты подчеркивание, я чрезвычайное происшествие. Ты собака, я ты подчеркивание, я чрезвычайное происшествие. Ты собака, я ты.
маска, 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 блядь. Маска, блядь. Маска слетела, блядь, сюда, блядь. Маска, 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 блядь. Маска, блядь. Маска, маска, блядь. Да ну, а маска слетела, блядь. Маска, маска, блядь. Нормально, нормально, процесс идет. Короче, лови лайфхак, как пройти дракона. Иди нахуй, блять, Валакс. Так. Че, вы здесь, пацаны? Понял. Понял, принял. Так. Че тут? Пиздец. Тут нахуй в чате никто не пишет. Все понятно. Короче. Я тут. Ну, вот хоть кто-то, блядь, нормальный человек тут. Нормальный человек, если чё. Дим Даутов. Чё, не знаю, чё вы, блядь, чё вам надо вообще? Почему мы проёбываем? Потому что я пьяный. Я вообще, блядь, не вижу, куда стреляю. Так. Что это значит? Тебе модульку, значит, забрать надо? Что за точки, я не понял. А что за хуйня? Почему сбоку черный экран? Это у меня одного так? Или у вас тоже? Я, блядь, ничего не могу даже поменять сейчас. Блядь. Хватит пить. Я не пью. Я пью воду. Отстань. Где Егор? Где Егор? Нет. Понял. Короче, смотрите, показывал, пацаны, если кто не знал. Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. Так что, если вашей группе не хватает гроула, то я готов попробовать сыграть с вами в роли вашего вокалиста. Ну, для начала, чтобы доказать, что я не просто хер с горы, а... давайте я вам что-нибудь исполню. Это Алка стрим. Как и любой стрим. Ну, вы поняли, короче. Я не просто хер с горы. А где эта хуйня? Как она называлась-то, блядь? Я не помню. Базава. О, ебать. Базава она называлась. Ебать, древняя хуйня, короче. Смотрите, я покажу. Если вы не знали просто, откуда это, то я вам сейчас покажу. Живет. В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша. Хорошая девочка Лида. А чем же она хороша? Об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида в отчаянии он написал. Так, 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 так. Так вот, ебать. Я ехал прямо, вот.
Я просто ехал прямо, и все. Я ехал прямо, Вот. Я ехал прямо. Да. Все время прямо. Это мой любимый видос. Как на коробке автомат можно ехать по-другому? А я не знаю. Вообще. Да. Я просто ехал прямо. Я ехал прямо. Я дурак, что ли? Нет. Я ехал километров 40 или 50. Ага. И какая-то фигня произошла. А потом не ехал. И все. Я ехал друга довезти. Я капец. По второй полосе. Вот. Вот по второму ряду я ехал. У меня стресс и все. Да. Прямо. Я ехал прямо. Вот. Я просто ехал прямо. И все. Я ехал прямо. Вот. Я ехал вообще. Короче, пиздатая. Ты на экзамене по вождению просто хуй пососал, Данил. Я еголка, блядь. Это ништяк. Я пойду и дойду, Я дойду и пойду туда. Я сказал, я нашел, блядь. Я заслабился, блядь. У меня вообще ништя. Мне это, знаешь, нравится. От души. Вчера забухал, сегодня забухал. И чё мне делать, Вот это мало того, что, блядь, половина Оренбурга, так это еще и я, блядь. О, натуре, красота! Ханец, хуец, ханец, хана! И кто-то мне что-то сказал, блядь? И кто-то мне что-то сказал, блядь? Нихуя себе я сказал, блядь! А тут мужики стоят, и чё? Дай мне 15 суток, и всё! А тут мужики стоят, и чё? Ну вы поняли, красота. Я в Египет. Ну вот эту хуету вы 100% слышали. Блять хочу, сука, я тебе это еще припомню, блять. Вернешься ты, блять, из Египта. Какого хера? А почему я не он, а не я? Смотри, стримит, падла. Спою. 20 человек смотрит. Можешь спеть? А, это я уже прочитала. Настя любит, что, какие вопросы. Настя, у тебя всегда бой сверху вниз. Да не знаю, бой, я не учила никогда никакой бой. Я просто на слух как слышу, так и играю, и все. Привет, Серега. Привет. Рейд от канала Глад Валакс. Вот, это к дождю. Дизлайк. Хуйня, не стрим. Просто залупа. И сложно с такими ноготочками зажимать. Это еще, кстати, у меня маленькие ногти. Паша, ты нахуй, не умеешь ты играть, блядь. Вот, 2 дизлайка, уже хорошо. Рейд от канала Глад Валакас. Вот, и всем рейдерам... Я тебя наебал, пошла нахуй. Я никогда не слышал такой офигенный голос, как у тебя. Че, напиши, сука. Давай, сектор газа. Топ чашечка, спасибо. Я что-то не знаю такую. Настя, сука, на сектор газа сыграй, блядь. То разъебу, блядь, канал твой дизлайками, блядь. Привет, давай что-нибудь из авторского. О, спасибо, Екатерина, за подписку. Давайте какую-нибудь авторскую песню. Какую мы вчера не пели, ребят. Ёбаные гитаристы, я рот ебал гитаристов. Кто умеет на гитаре играть, идите нахуй просто. Привет, очень круто поешь. Стой, пожалуйста, кухню. Все, хуйня, иди в пизду. Мне неинтересно. Вот. Радуй. Стоп, чё? На медне прямой эфир. Точку не поменял. Какой-то хуй играет в радугу. Играет за ёбаного, блядь, с этого пидора. Чуть музыку. Что он делает?
Ощущение, что он просто бежит. Ищет в осаду. Ему похуй. Камеру разъебал. Ебать, у него интеллектуальные мувы, конечно. Иди ты нахуй. Или, да? А какая национальность? Вот. Национальность в большей степени, так сказать, азиата, наверное. Но пресса пишет, что прокуратура, воюя со Следственным комитетом, отмазывает Староверова от уголовного дела. Тот уходит в отставку. По официальной версии, главный мотив – жажда наживы. Как минимум трое бандитов от следствия скрываются. Двоих арестуют. Понятно, блядь. Алло, ребята, вы тут вообще? Алло. Да-да-да, поехали. Что запускаете? Другую карту запускаю. Аполло? Я вообще не знаю, что за карта. Я тоже. Я сегодня не был. Между нами океаны. Сейчас. А как ее посмотреть нельзя заранее никак, типа? Просто вообще что за карта? Сейчас тебе картиночку дадут. Посмотрим. Охуенно. Топ-контент. А где КС? Вот твоя КС ебаная, блядь. Ждем, пока найдется игра. Ее талия. Аномалия. Короче, кто доживет до 2 часов стрима, до 2 ночи, разыграю одну очень охуенную фигню. Часы, если что, в прошлый раз выиграл модератор. На этот раз я выиграю, разыграю кое-что другое. Вот можете пока послушать, что это. Вот. Если вам что-то это дает, то вы поймете. Я эту карту уже выучил. Если нет, то вы поймете потом. Но это очень прикольная вещь, вот. И коллекционная, так сказать. Ее просто так не раздобудешь. Будет смешно. А кто выиграл часы? Модератор? Кто? Там так получилось, что в комментах, типа, ну, там под... я номер дал каждому комментатору, потому что людей мало, один хуй был. И просто в рандом, ну, типа, в random.org забил. Никто выиграл, все. В итоге выиграл модератор эти часы. Эти ебаные часы каждый раз в 11:40 с чем-то пищат, блядь. Я не знаю, как их отключить. Они просто пищат бесконечно в 11:40 с чем-то, блядь. Я... Это реально проклятые часы, блядь. Я не знаю, кому их еще разыграть. Я вот просто хочу их быстрее отдать кому-нибудь, блядь, уже. Сумасшедший, да. Обязательно, да. Хороший вечерочек. Бля, вообще не знаю, что за карта, пиздец. На ножах. Понятно, я не загружаюсь. У тебя 3.5 минут. Ай, блядь. Почему тебя не было? Это вопрос к тебе, между прочим, блядь. Какого хуй тебя не было на розыгрыше? Чё, кстати, Валёк, у вас с ноутом? Нормально все работает? Чё? С ноутом у вас как? Работает всё? С чем? С ноутом. Работает, да. Все нормально, без лагов? Почему-то в КС-ке FPS падает. А в остальных играх? Нормально. Но он скачет в КС-ке, короче. Он то 120, то 70, то 30. Угу. И непонятно, с чем связано. Пиздец, я тут, получается, всех ебу. На их респе. Пиздец. Что-то они либо овощи, либо, блядь, просто, типа, какие-то легенькие ребята. Я могу, блядь, повторно часы эти разыграть, если победитель прошлого, ну, в прошлый раз победитель часов этих ебаных откажется от них. Я могу их повторно разыграть, блядь.
Я хуй знает, кому они могут вообще понадобиться, блядь, в жизни. Кто такой Канистров, блядь? Я хуй знает, кто это. Кто такой Канистров? Да это я в чате, блядь, залез. Справа. Красава. Канистров, это модер мой. Ну что? Кто это еще? Блять, а как он через стену меня убил? Пидорас, гандон, код контент. Просто гей, гомосек. Закинул. На крышу нахуй отправил. Еще и пистолет. Че, часы заново разыгрывать, да? Тебе, я так понимаю, не нужны нахуй они? Я разыграю. Я тебя разыграю. Го-го-го. Ебать, 120 FPS. Я с тобой, Андрей, иду еще. 64. Ты знаешь как? Да. Еще говори, куда смотреть. Везде смотри. Охуенно. Пар. Я спишу заложника. Беги назад. Я понес. Давай. Они могут нас на базе кормить. Не торопись. Они прям на базу прям идут, там втроем встают и ждут. Красава, Егор. Не первый раз вообще, по-моему, заложника играли. Бля, Егор сзади. А все, он сзади. А куда его кидать? Сюда просто перенести? Вот. Красный квадрат. Зона, да. А он сам. Могли и двух спиздить. Ебать, АВП. На втором раунде, охуенно. Пиздец. Модерка, кстати, 1000 белорусских рублей стоит. Кому модерку? Дениска. Низко. Если чё, модерка стоит преданность. Если кто самый преданный, тому модерку дают. Но таких очень мало. Куда смотреть, что происходит? Сукин сын, блядь. Аккуратно. Второй. Сзади можешь зайти, Егор. Пошли сюда. Спиздил. Иди, куда? Чёрт, мне. Пошли обратно. Блядь. Пошли, прикрывай. Ладно, вот туда, кокс. Прибежим. Пики-пики-пики. Бегу-бегу. Блять, вон он. Беги быстрее. Бегу. Прикрываю. Могу. Там еще сзади один. О, блядь, еле донес. Модерка, кстати, 500 рублей русских. Тут я на первом месте. Я два раза принес этого хуйсоса. У него сцы. У меня не сцы. Че, по той же схеме? Кто, блядь, встал? Куда встал? Да он, блядь, встал на пути на середине. Ты, блядь, можешь еще громче топить, сука? Блядь. Блядь, по второму не попал уже, блядь. Заложник, блядь. Да что ты делаешь, уйди отсюда. Егор, блядь, кайфуй. Не бани, идите бани. Пацаны, на базу идите. Я на карте, да, показываюсь? Вроде нет. Вот он, прикрыватель, блядь. Тело охранить.
Куда ты идешь, блин? А, он знает. Сити респаун. Ребят, блядь, чё? Ребята, нахуй. По-моему, на этом стриме процветает коррупция. Да нихуя. На любом стриме так. За деньги, блядь, тебе дают модерку. Короче, забейте нахуй на эту модерку. Я хочу спросить, а чё играть? Потому что чё-то КС-ка, блядь, три человека смотрят. Какие-то, блядь... Какая-то хуёвая идея, по-моему. Четыре даже. Дай мир скинь денег на мод. Я модер купил. Че, сколько тебе скинуть? Я могу тебе, в принципе, долг 150 отдать. Ой. Я скажу тебе одно. Нет. Ты сделаешь мне минет. У меня член стоит король. Я ночами гуляю. А ты утрами встречаешь меня. Я, если что, с хачами играю, блядь, походу, в эту игру. Как так, блядь? Забирай, забирай. Забирай, а, блядь. Забирай его основного. Ты нахуя это делаешь, дурак? У меня агрессия. Тяжело, блядь. Андрюх, у тебя плечо провалилось, ему ванус. Андрюха, если тренировка перед пожаркой, там таких же носить будешь. Он будет кнопочки смотреть, до экрана жать. Шок. Шо? 500 российских рублей? Ну типа ты мне их обратно потом скинешь, и тогда я по участию даже ничего не должен, тогда я за. Как ты и все крафтится, а за... Пошли так же, пошли как... так же. Прям точно так же заходить. Я через подвал зашел. Ну иди так же. Мне пиздец, FPS нет. Глазами. Суки на дочь. Кто там сзади стоит, блять, меня нюхает жопа. Кор справа. Блять, я убью вас. Гениальный план, я согласен, кстати. Да чё это за хуйня? Как они стреляют? Так, я на один раунд отлучусь, ребята.
Я вам закупилась что? Возьмите вот здесь. А, отойди, не мешайся, блядь. Сука. И уёбайся. Урод. Блять, охуеть, он стреляет. Ой, пидорас. Короче, предлагаю вам, пацаны, скачать нахуй FL Studio сюда и показать вам, как делаются настоящие треки, блять, гениальные. Вообще просто сверхразумные, если что, просто. Ну так, если захотите. Ебать. Блять. Ну он охуел, что ли? В башню попал. Тебе когда-нибудь... Понял. Чё, блядь? Со мной не ходишь? Первый раз не пошел. Ага, первый, блядь. Это меня то есть сливали просто так. Блядь, да заебали. Это последний раз, когда я запушил. Блять, Андрей. Чё? Ты просто ну, делать. Не хуй делать было. Дяди. Камри 3.5. Это камри 3.5. Любви достоин только мать. Камри 3.5. Бать, Андрей. Полетел. Бля, это реально были прострелы от бога. Камни 3.5. Бля. У нас и только камни 3.5. Кто это фиолетовый? На вашу игру смотрят 5 человек. Андрей, чё ты, блядь, ждёшь постоянно? Ай! Чудо. Ты убил его? Там ещё вроде. Да. Нет. Нет, тогда надо забирать, да раз. Пошли со мной, прикрой. У меня один хп, прикрой. Блядь. Да прикрой, блядь. Да прикрой я тебя, блядь. Ясно. Камри 3.5. Так вы достанем только мази, камри 3.5. Я умер. БПшка. Ой, блядь. Зато вкусно. 5 человек на тебя смотрит, да, блядь, Андрей. В смысле на меня, на тебя же? На тебя смотрит. Они слышат Дискорд? Да, слышат. Вот урода. Можешь передать, привет. Вот урода. Ебать, ты отказ. Отличный комментарий, блядь. Подожди, я сейчас кран-то кину. Сука, у меня лапша тут разваливается. Не трогайте Андрея, сука. Андрей, блядь, тебя поддерживает больше, чем меня. Я ем. Спасибо, сбадишь. Сука, 28. Любви достанут только мать, а не камни 3.5.
Я думаю взять АВП. Валюк мне его купит. Передумай. Я тебе въебало дам, а не куплю тебе АВП, блядь. Можешь кинуть мне его въебало. Так тяжело дышишь, блядь. Нихуя тебе. Хуясь. А у меня хватает на АВП. Чего мне тебе не надо? Ну и пошел ты нахуй. Скинь мне АВП. Я блядь. Такого же мнения. Ты, блядь, просишь у меня АВП, потому что говоришь, того же мнения, ебать, ты. Ты мне не даешь его? Делаешь это без увлажнения, Андрей. Хорошо, блядь. Да, без увлажнения. Охуенно выходишь, Андрей. Вы вдвоем АВП, блядь. На себя посмотри. А нахуй ты подпираешь меня, ты? Два вапера спорят, кто из них больше авапер, да? Да, да. При том, что никого не убивают вдвоем. Блядь. Еще. Так бывает, так бывает. Жизнь. Вот он. Андрей, стреляй. Андрей, опять. Какие варианты игр следующих? Блять, любые, просто выбери любую игру. Блять, вы чё в ней отвлекаете? Я слышу. Бля, Андрей тебя тут в чате защищает больше, чем всех остальных. Просто тебя тут любит. Все потому, что, блять, спали они меня. Уже два раза написали, не трожься, Андрея, суки. Сами вы суки. Да, поддержка сейчас не помешает. Какая тебе поддержка, блядь? Нихуя не могу сделать, блядь, на этой карте обоссан. Мне пиздец. Спасибо за флешку, блядь, друг. Обращайся, друг. Ты в курсе, что ты посодействовал в моем убийстве? Андрей, мне похуй, когда меня убивают, ты сидишь. Ты оружие не даешь. Даю. Я хоть пиздец, блядь. Дай АВП, пожалуйста. Зачем? Без заложника. Без заложника. Да зачем, блядь? Чтобы было просто. Всей команды. Сосет только Андрей. АВП. У меня, кстати, мама видно, лука. Нет на карте, я так и не понял. Блять. Теперь видно. Бля. Че это, блядь, было? Пиздец, блядь, у меня жопа, нахуй. Валёк, сколько, пожалуйста. Еще да, вас забит бокси, нахуй. Ах ты, да. Черт. Черт это ты, накопи денег, нигер ёбаный. Да вы заебали, это еще не раз заходил. Ну это достойно было. Я найду твой труп и выебу, блядь. Да, ты, пожалуйста. Дай мне хоть после смерти отмыть. Куда я попал? Ты в руку. Попал, блядь. На тебе. Ты звезда. Что, ты придурок, стрелял, блядь. Бери заложника, блядь, чепуш. Ебало, сейчас дам. Бери заложника сам. Данил прогнулся. Сейчас я его возьму на прицел. Андрей прогнулся, блядь, взял заложника. Я понимаю, что за него 3,5 дают. Потаскуха. Брось его, да, Андрей. Защищайте меня, блядь. Куда ты бежишь? Защищай справа. Нихуя. Класс, копили. Бежать. Ты, блядь. Какой тебе спать? Ты чекушка, ёба. Тебе какой парень? Напиши. Кто, блядь? Ветер. Только мальчик, а мне 3,5. Егор, тикток скачал, что ли? Нет. Этот пацан клип выпустил на эту песню. А-а-а. Если это вообще была песня. Ой, я поем нормально. Зачем? Вот тут у нас клоун в команде. Блять.
смотрю на вас, что ты такой. У него как раз аниме навык. Пацан, давайте его кикнем в конце. Да, бля, реально. Давайте его кикнем в конце просто все. Аниме навык. Зачем вы пацану портить игру? Он анимешник. Он анимешник, он человек. Ты посмотри на его счет, блядь, 5-10. Только такое, достойное аниме, у него недостойное она. У меня 8-1. У меня, блядь, 4-9. Дублера надо кикать. Так, ну-ка, пизди. Сейчас допиздишься, мы тебя кикнем, блядь. Да. Чем ты пылесос на спине носишь? Чё за пылесос? Лекции заебали, блядь. Забей на эти лекции, нахуй, вообще не ходи на них, как я. Кто оружие выкинул? Я. Ты, блядь, ой, чё крестер? Да ничего. Крестер, сука. Ещё убью тебя нахуй. Всё, всем дал по 60... По 86, короче, пацаны. Все 86. Все, вообще, все команды. Блядь, тихо. Гора, а чё ждём? Море погоды? На некоторых не отмечают. Да я на том месте вообще не ходил на пары, блядь. Туда ходим. В гору ходим. Пиздец. $23.59, я теперь даже покурить не могу выйти. Валя. Для заложника стреляю в упор, понял? Невитос. Брось это оружие, тебе не подвластно. Да иди нахуй. Дрянь черная. Чё, блин, так больно? Кто тебе стрельнул? Кто еще, блин? Меня так любит. Дудляш. Ты не стрелял. Пацаны, флеш. Спасибо. Багратион во флеше. Блядь, ты заебал, Егор, ты вчера хуйню. Откуда, блядь? Блядь, меня чувак прострелил просто. Блядь, чувак красава вообще. Бать, съебывай. Выйди. Ставьте бомбу. Какую бомбу, блядь? Ставьте. Ебать, он простреливает там, чё за псих? Он пиздец. Интересно, всё. Кстати, вам выиграть надо или раунд забрать? Выиграть. Нам надо раунд забрать. Сколько? Мне еще 6. Да! Пиздец, я видел это. Я видел это. Один хп. Так я упрыгал. Я Егору говорю, блядь. Егор, я видел эту хуйню. Наконец-то так 9. Наконец-то бежать никуда не надо. Какие следующие игры, блядь, да какие выберете, нахуй, мне вообще поебать в чё играть. Но сейчас со степухи слетел, теперь я не буду нихуя ходить. Да забей, вообще не ходи, пизду эти пары. Вот этот семестр можешь просто хуй положить на них. Пиздец, тебя всё терпит. Ты охуел, блядь. Я же мой семестр. Теримся в голову друг другу. Давай. На счет раз, два, три. Ты перекрестился. Блять. Там никого нет, не было. Там есть. Как так, блядь? Ты что, меня обошли, что ли? Он повернул. Брать справа, Егор. Че ты наверх смотришь? Охуеть, как. Че за тактика прыгать и стрелять? Я случайно нажал. Блять! Как он так стреляет? Это шок. Степуха это полная хуйня вообще, блять, забей на нее. Это для бичей, типа, блять, эти, ну, подачки, блять, для бичей. Хлюпать. Еще много. Ебать, выключи микрофон. Главную информацию говорю постоянно. Какую, блядь?
Я пернул, Андрей. Бля, пацаны, поддержка будет какая-нибудь моральная какая-то. Хорош, Андрей, ебать. Ты достаточно? Егор. А вот если бы я жив был? И чё, а чё было бы? Егор вон народ накидывает, блядь. Золотую. Всё, пиздец, Егор. Сжигай его нахуй. Ты не попал, блядь, даже огнём. Чё, просто 5000 взяли. Нормально это на стриме слышать? Не знаю, блядь. Ну, чё-то пока не пишут. По-моему, мне всё нравится. Ну, Валёк, одному не нравится. Чё не нравится? Что я хлюпаю. Мне не нравится, пиздец. Ой, вот это. Так, смотря какое, да. Пишите плюс, если вам нравится хлюпанье в чате. Письки мокрые. Как так? Они же так не стреляли больше. У меня горит жопа. Люди плюс еще пишут, тем нравится, по-моему. Гей кушает, написали. Все нормально. Ой-ой, сзади, Егор. Убивай его, чё? Чё убивай, я не умею. Чисть. Сейчас я его... Сейчас Егор в голову. Егор, хорош, одного убил. Поправили, сейчас сдачу я своего брата сделаю. Ай-яй-яй. Да нахуй вы слились все. Уже два плюса. Получается, всем нравится. Секс. Мне горит рот, блядь. Ну-ка, похлюпайте еще разок. То ли от кафешника, то ли от лапши. Что-то мы расслабились. Пацаны. Ты вообще не играл, ты просто. Здесь тактика простая, просто бежим к ним на респу, все. Просто бежим к ним на респу, так сказали нам по тактике играть. Тактику. Егор, беги. Вот, видишь, охуенная тактика. Просто вышел, пацаны, в пол взгляд и левое окно. Вот. Ну вот другое дело. Тут просят номерок, как бы чей-то. Походу, твой Андрей. Пусть напишет свой номерок. За мой рот, блядь. А что, девочки смотрят? Походу, не знаю. Не, либо это геи, либо девочки. Но это, скорее всего, геи. Кто еще будет смотреть? Охуеть. Либо хохлы. Ну, а тебе что еще хуже? Какой ты, сука, свин, ёбаный, я ебал. Нет, я среди заложника. Иди на респ, Егор. Иди на респ их. Иди на их респ, сука. Сука ты. Он умрет. Сядь в него. Ёбни его. Войди в него. Нормально. О, хорош. Собственно, вот почему спрашивает Андрей номер. Я не вхожу в заложников, в отличие от Егора. Андрей, ты далеко живешь? А я в них не вхожу, я их просто жгу, Андрей. Далеко. Где проживаешь? Тут тебя найдут, походу, вычислят. Тут либо чеченцы нас стримят, либо... Либо девочки. Я такого не употреблял. Свинину тоже, бля. Андрей, ты Рамзан Ахматович уважаешь? Да. Сука. Пошел он нахуй. Андрей проселился. Щ,
Сейчас я не знаю. Рашим, если они должны рашим. Егор просто гений, сука, игры, я его убил. Ты видишь, что я выхожу, ты можешь прекратить очко, ты еще и сдох. Гений игры, вот сам последний умер. Просто взял, блядь, и закрыл своим телом. А не обнимите, блядь. Просто, просто, блядь, лишнее звено, блядь. Начинается, блядь. Егор, просто кинь его в мут, блядь. Как в прошлый раз. Все против. Кинь нахуй. Вы самое слабое звено, прощайте. Все, походу, Егора кикнет просто за то, что он всех стреляет. Давай, Андрей. Давай. Я прикрыл, Андрей. Охуенно прикрыл. Ставлю дизлайк за неуважение Рамзана. Флешка. Егора, блядь. Так, нахуй. Какого Рамзана? Нахуй Рамзана? Дизлайк и свои тоже нахуй. И Рамзана, и дизлайки свои забери нахуй отсюда. Иди, все. Стоите. Стоите на респе. Стоите на респе. Кого стоите? Ты, Слава. Ебать, ты стреляешь. Я, между прочим, попал нормальному. Я знаю, все в ночь, блядь. Ты в Киберпанк переиграл, да? Я вот пару раз не играл, играть не могу вообще. Закрой свой рот. Закройте свой рот. Я подтверждаю. Завали ебучку. Блин, я бы на том месте не был таким смелым, все-таки вы там в соседних подъездах живете. Обосу этот киберпанк. Я потом тебя обосу. Да, блядь. Ну чё, скоро он в зал к нам придёт. Его там случайно придавит. А я случайно рядом окажусь. Да, по-вашему, меня не придавит. Третит в душе. Как уронит придавит свой шип. Придавит тебя мой кулак, Андрей. Я подобный. Чё ты, Таник? Вот ты гандон. Выброси свою пипиську, блядь. Я как гангстер буду стрелять. Там три вопросика, блядь. Чувак, начали играть. Давай. Сбрасывай свое оружие, или я убью этого. С Егором они все терроризируют, блядь, заложников. В курсе, что за террористов здесь легче играть? С хуя мы проигрываем? Ну что, мы у нас в команде? Блять, все, 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 ты знаешь, что с ним делать? Ты знаешь, что с ним делать? Блять, я не успел. Заебала эта карта, блять, тупая карта, просто пиздец, уёбище. Может быть, не карта тупая, а мы? Нет, карта, уёбище. Конкретно ты. Я тебе отвечаю, сейчас был бы Мираж, я бы уже разъебал всех. Да мы просто распиздились, всякой хуйней занимаемся, блять. Денис, да? Мотивируй команду. Вдохнови нас на победу. Ничего не говоришь, чат в курсе. Со мной, блядь. Хабицы. Давай, выходи, ты сдохнешь, я потом добью. Я убил. Отличная игра. И пропалил АВП. Я сделал максимум. Да, давай, Андрей, с плашком против АВП. Чё нет? Плохой позиции, давай, Андрей. Они же так не стреляли. Чё, произошло с ним? Они знают свою задачу. Один стоит, его резко караулит. Да, мы тоже их резко караулим. Все на их резко. Я туда иду, блядь, не могу пройти что-то. Пацаны, последний комментарий в чате написано хуйня. Перспективно. Не знаю. Чё-чё нет. Какие-то древнееврейские шифры, по-моему. Это древневадимские, это Вадим написал. Вадим.
Оба, хэдшотно. Два ствола оформили молодого. Глупый молодой на оба. Ой-ой-ой. Пацаны, я за пику. Хорош. Пацаны, стоим вчетвером. Вчетвером. Где? Блядь. Егор, блядь. Егор, блядь. Убей его. Что сказал? Все стреляли, блядь, оттуда, я нихуя. Написали, короче, ваша катка хуйня. Тот, кто это сказал, блядь, кунем бирам, понял? Говорю, это все из-за карты, блядь. Карта уебищная. А чего посмеялись, как будто, знаете, значение фразы? Ты вчера говорил, я запомнил. У меня лингвистическая чуйка, мне похуй. Что это значит, Андрей? Рот ебал. Там то, что ебал всех. Нет. Спасибо, блядь. Денис. Оба, православный там. Патроны, блядь. Убей его, нахуй, Егор. Сейчас. Подожди. Забей, нахуй. Кто флешки что-то кидает, блядь? На базе сидит. На базе. Ну, все просто там да, на базе, блокаду на базе. Мы сделаем сейчас, пацаны. Вот, блядь. Начали что, играть. Охуенная катка, блядь. Ясно, какой-то древний казахский язык. Ну да, кстати, получается, блядь. Древний хачевский. Это ты еврей, бородатый, там что пишет? Не-не-не. Еврей, бородатый, съебался, по-моему, со стрима давно. Он на парке хоть ходит? А чё пацаны не играют? Сами. Да хуй знает. Ну типа... Пату? А ты говно играй, блядь. В натуре. Ой! Блядь, там АВП, пацаны, я прочекал. Ай, блядь! Пацаны... Валев, спасибо за поддержку. Ноуту пизда. Просто Mass проверил Effect, меня. Кто? Еврей бородатый. Пацаны, вас сейчас в жопу выебут. Он же Mass Effect-ер, блядь, дохуя. Это, конечно, серьезная киберспортивная дисциплина. Ну да. А заложника подобрали, зачем назад идти? Серьезно? Да, давай расстреляем второго. Ебани, Егор, ебаним просто голову с АВП. Ебани сальто. Мне просто интересно, что будет. Ебать, вот это да. Сука. Нихуя. Ну поебать просто. Полег танк. Без прицела я убил. Охота, пацаны. Два раунда осталось, блядь. Подожди. Зачем нам перерыв? Забей. Все для команды. Все ради команды. Да. Я как бы это не против выиграть. Мы против победы. Синие глаза, красивые. Казах, синие глаза. Блять, прострелил, хуесос. Оба. А, это не у нас, чувак. Ёбаный Дениска. Денис, блять! Ты нихуя вообще играешь. Андрей, там никого нет больше. В смысле? А я один, что? И он один. Слева. Он только заложник. Он там, да. Не ходи, сиди здесь, тут же все видно. Я вот так сяду. Тихо, все, молчите. Ты сейчас на 4 человека опозоришься. Тебя в кровать затащу. На последнем месте, что он мне сделает? Ага. Здесь он, да, здесь. Смотрите, хедшот. Опозорился, блядь. Хорош. На 4 человека затащил. Хуй. Пизда, чё, куда?
Ты теперь будешь типа сам стримить? Да. Рейсер. Киберспортсмен. Дисконнект. Между нами океаны. Бля, Егор как обычно. Но... У Егора должны быть, короче, караоке стримы. А. Один хп от... Я снес, короче, ему... У него 99. Добейте. Ищи. Что, браузер, сука? Бля, пойду пасу, пиздец, я не могу терпеть, бля. Пацаны пока играют, пусть тащат. Пацаны, как умираете так? Крути на их камеру, что ты там делаешь? Иди на их базу, заложник взяли. Плыви вот так, да. Ёбаный в рот, бежит и стреляет. Ууу, блядь. Ты, может, заткнешься уже? Нет. Звуки на минимум, ой, чтобы не мешать эти облака. Егор, ёб твою мать. Ну-ка, хватит. Додлер, ты чё, покажешь, да, сука? Я чуть-чуть прям. Как уровень сложности повысить? Хватит в это говно играть уже. Кстати, согласен, блядь, меня заебало это КС. Там 10 хп идут, да. Ага. А у меня сколько, блядь? У тебя что за оружие было? Калаш. Правее, правее, Валёк. 10 хп на стеночка. Да как я не попал по нему, что это за хуйня? За толстая стенка вот. Темс, темс. Включи этот фоченый цан, блядь. Что включить? Пиздец, Вьетнам включи, блядь. Это мы хуй, конечно, пососали, блядь. Вы. Ой, блядь, я помню. Я вышел из КС нечаянно, блядь. Правильно, мне хуй сделать. Бля, у кого фухонер есть? Все. Пошлите фухонер играть, блядь. Он не установлен. Беспонтовая игра. Чё не установлено? Опять, блядь. Ну что, в контроле не будем больше? А чё вы, блядь, ко мне не присоединяетесь? А кто здесь? Вон, Дудлер.
Я не могу никого пригласить. В смысле? Вот. Последнего приглашаю. Все, мы зашли. Все. Ancient, Ancient. Какой Ancient? Ancient, блядь. Что за карта такая? Найдешь, увидишь. Энгаги? А, нет. Блядь, все, вам обязательно ее играть вообще? Обязательно. Пиздец. Гоу другую игру или вы еще катать хотите? Да сейчас вот эту последнюю сыграем, вот эту хуйню. Ancient, блядь, ебану, новую карту эту я узнаю вообще, в принципе, что в ней. И пойдем вообще, блядь, вы просто в что хотите, блядь, играть. Вы любую игру в мире называйте, нахуй, мы в нее играем. Хоть ебаный киберпанк, блядь, вообще в что угодно, блядь. Вот какие викинги, блядь, Вадим? Ты что, ебанутый? Какие викинги вообще могут быть? Нахуй мне твои викинги? Викинги — это хуйня, как масек. Там про рыцари. Охуеть, и чё теперь, блядь, про рыцари? И чё, блядь, и чё, суки? Так, мне лучше вот так вот. Тут эта хуйня всё закрывает, да? Я так понимаю, мне надо пока ВК зайти просто. Пока сидите без экрана чуть-чуть, 5 секунд. Я сейчас ВК зайду, 5 секунд. Блядь, тут Влада ВК открылась. Ну-ка, выйти нахуй. Блять, там. Принять, принять, принять. Все, я принял, успел. Мы видим, как ты нюцы отправляешь. Да, блять, Данилу отправил, пиздец. Три нюцы. Гор... Глыб, блять. Это самая уебищная хуйня. Это вот рыбу сейчас ловить в GTRP. У меня, кстати, даже, по-моему, пароля нет от этого аккаунта, в котором я рыбу ловил. Это у Влада надо вообще спрашивать. Блять, пароль неправильный. Сейчас должно быть правильно, блять. Правильно, заебись. Идите, кот. Охуеть. Идите нахуй, блять, своими кодами, блять. Тупая хуйня. Тут ВК, блять, вечно. Первый. Первый был я. Ты что стоишь, братан? На, сука, на, сука. Иди сюда, сука. Ебать, Фарёк, ты чё там? АФКшников убиваешь? Всё, закончились АВП. Блядь, меня всё залагало, блядь. Чё? Да все, пиздец, блять, ВК я нахуй все залагало. У меня тоже что-то залагало. Все, ничего не лагает. У меня тоже лагает. Странно. Нихуя не лагает. Да твой уровень, дорогой. Так, вроде ебись. У нас в команде хуй, пацаны. Полянские. Бля, я вообще не хуй знает, куда идти, если что. Направо пошли. За главным пистолетом, блять, воином. Направо, пацаны. Походу налево. Понятно. Прости, Андрей, ты не главный пистолетный воин.
Бомбадура. Спасибо, что опять подпёр меня. Да не ж... Да хватит подпирать тут. Нет смысла. К вам идут еще два. И Андрей сидит, ждет. Я перезаряжался. Ах, у кого там небо синее над головой? Че? Кто у меня? Там клип четкий был. У нас левак... чувак ливнул. Разве? Не, он не окончательно. Че мне лагает вся карта? Бля, мне кажется, у меня тоже лагает. Надо в GTA и RP идти. Payday, кстати, можно аудиторию нормально набрать. Payday, кстати, да, согласен. У тебя есть сразу? Он твой калаш поднял. У нас есть второй. Да, у меня тоже есть. Payday? Серьезно? Да. Всех играем. Ну все тогда. Быстро качать. Ой, ты скучно играл, чё. Я вообще Вальхейм хочу. Хуйня. Давай Майнкрафт тогда уж, блядь. Давайте Майнкрафт. Майнкрафт хуйня, блядь. Там за ящиком вдалеке. Охуеть, где я? Блять, там двое. В GTA, блять, можно в GTA пойти. Это надо чуть-чуть погеморроиться. Я надеюсь, что Влад не спит, тогда нам повезет, в принципе. Так, как здесь нахуй скинуть? Так. А, пиздец, плечо болит, блядь. Бляди. Всё, так. Забыл, блядь, экран открыть. Are you not rich? Арьюар. Пойдей, кстати, можно. Пацаны, заходите на быстрее, блядь. Я зашел. Я ВП за ящиком. Есть на ВП. Да ему похуй просто, блядь, я ни разу не попал. Рандбэк уехал. Гоп кикнем, пацаны. Давай кикнем. Зачем? Он поляк. Он поляк, да, давай кикнем ему. Андрей. Блять, вы чё, нахуй? Не, вы либо кикаете, либо нет. А чё вы хотите? Да он кикнуть поляк, его, я бы его кикнул. За что, не надо. Нахуй поляков, блять. Вообще в пизду поляки. Поляк, чёткий пацан. Четкого пацана Ляхом меня зовут. Ляхом? Да. А тебя назовут Егором? Ну, назвали же. Блять! Наверное. Егор, ты умер. Да не, вроде жив пока. Хуй полянский. Как ни разу не... Чё такое? На телефоне играет. Справа, Егор. Еще справа. Че, если не затащит, кикаем нахуй. Пиздец, все нахуй, пизду его. На глаза не видит. Кикайте, блять. Хорошо. Нехорошо. Да выкиньте его нахуй.
Че со мной? Че с тобой? Дергать. Че с глазами нахуй? Пиздец. Старость. Да я, блядь, кремом лицо помазал, блядь, и все в глаза. А глаза зачем? Да попало, блядь, в глаза. А че у меня все дергается? Блять, я так и думал, там вапер, блядь, не лезьте просто. Там везде ВП. Не, анимешник убил Мадара. Если бедный поляк. Пошел он нахуй. Смотри, как он играет уебищно. Just need to rush B. Next round. Да, вот тут выходит. Направо сейчас. Налево. Справа. Блядь. Что это такое? Сейчас справа будет. Ты что гадаешь? Я просто сказал, что... Пацаны, у вас все очень плохо с предсказаниями. Сейчас 0 из 5. Да здесь он. Сроки говорим. Да вот в этой щели вон. Вот мой труп был. А как ты бомбу прошел? О, блин. Смотри, АВП въебало. А где они? Убежали на А. Кстати, они идут, Егор. Были жопу. Слева, слева, слева. Слева. Ой, справа, 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 справа. Справа минирует, минирует. Егор отстрел. Минирует. Охуеть. Слушай, он минирует. Да, Егор, надо говорить, за руком следи. Я не смогу играть, все. Чё, блядь? Да все очень плохо, у меня глаза, блядь, липнут. Че ты за крем? Ты крем намазал, что ли? Я просто когда лицо мажу и потом глаза тру, или еще что-то крем попадает в глаза. Не трогай глаза, блядь. Пиздец, все нахуй. Ну хуя ты глаза трешь? Ты я иди не помой знаю, водой. Блядь. Иди помой водой. Ой, блядь, ебануться. Ой. Чё, паузу, пацаны? Давай, давай, давай. Я приду сейчас. Да. Пать лагает. Пойду линзу сниму. Одну линзу? Кто, блядь, бомбу там оставил? Ладно, пиздец. Но надо было запушить, походу. Да. Несчастный случай, смерть от крема. Лопнули глаза. Пиздец.
Я здесь. Живой? Ну, я, блядь, заваркой помыл глаза. Заваркой? Серьезно, заваркой. Тут написали в чате, что у тебя лопнули глаза. Несчастный случай, смерть от крема. Нет, заварка сейчас вылечится. Заварка — это типа как хилка. Да. А пока не помогает. Желаем всем Егорам здоровья и глаза. Желаем всем Егорам здоровые глаза, блядь. Потому что это Андрей, блядь. Спасибо, блядь. Ну, спасибо, конечно. Егор, здоровые глаза тебе. Чего? У меня, когда я... На маточках выходи здесь, блядь. Рядом с дымом у меня пиздец. Не, рядом с этими коробками забаганными пиздец. Давай ты им всё лагань, блядь. Чё, Андрей, тебе помогло? Так, смотрим, что за игры тут есть. Вот это всю хуйню, короче, смотрите, вот все, что здесь есть на рабочем столе, любую из этих залуп можно поиграть, в принципе, почти любую. Кроме, наверное, Ведьмака. Тоже, наверное, похуй. Выбирайте, короче. Меня. Дайте, пожалуйста, оружие. Андреем желаю здоровья. Yeah, блять, чё? Андреем желаю Егоров со здоровыми глазами. Чё, блять? Бог в помощь. Что он курил, пусть мне привезет. Господь, снова я. Иисус, слышишь? Это Господь. Иисус, Господь, это... Спасибо, Господь. Ай-яй, блядь, слева. Кто со мной стрелял, блядь? Я справа. Да, интересно. Long Dark, блядь, ну это сложный выбор. Я не знаю, нахуй. Ай, да блядь, ты нахуя она опять открылась? Какой Long Dark, блядь, где ты его здесь вообще нашел, блядь? Long Dark, нахуй он тебе сдался? Хуйня же Long Dark, блядь, по идее. Откуда он знал, что я там? Информацию дали. Информацию дали. Кто играл ее? Кто ему играл? Я тоже все лагает, просто фризит нахуй. Бля, карта полная хуйня. Что мы с картой делали? Раньше нормально все было. Я скорее всего уменьшу в этой грязке текстуры, потому что все равно все уродливо выглядит даже на максималках. Как-то мешает это все. 1.6 было круто, реально. Там просто 8-битные текстуры из Mortal Kombat. Первого. Понял. Понял, Rush не удался. Как так быстро прибежали? Там много, пацаны, на Б. На идите. Ой, дот, нахуй мне дота, блядь. Ну как я его не убил, я не понимаю. Просто все мимо летит прицела. Я зачем просто бегу за Андреем, блять, жду, когда он ВП проебет. Как им пинает? Да откуда ты, мать? Пуба! Ой, блять, попал. Охуенно. Красава. Подай. Блять, я даже не вижу, откуда он стреляет. Да,
Ебал, меня тут фризит, я повернулся. Я что, один? Где Валёк? Я на... А... Там он один, Андрей, с АВП, короче. Эфир, бро, go faster. Сейчас попробую аватар выйти. Да не беги, сука. Не слушай, не беги. Ставь бомбу. Они, возможно, сзади. Блядь. Ты его видел, блядь, чёрт. Пиздец. Куда он нахуй делся? Там был. Как он так быстро вышел, я не понимаю. Я просто смотрел в глаза смерти. Он, наверное, секунды две ждал, пока я поставлю бомбу. Так, я не знаю, может быть, я сейчас из игры вылечу. Кого выиграю? Я вылечу, может быть, из игры сейчас. Зачем? Ну, я сменил графику, у меня глаза лежат. Чё, по идее, будем играть, нет? Нет. А в ЦК? Я уже сейчас попробую, как у ЦК. Мне все лагает. Так же, блядь, доту удалили. Какой нахуй доту, если у него здесь, блядь, For Honor, Valorant, Deus Ex, GTRP, блядь, Star Wars, Чужой, блядь, Long Dark, Warface, Hotline Miami, Inside, LA Noir, Ведьмак, блядь, Assassin's Creed 2, блядь, Star Wars, Battlefront 2, Alan Wake, Counter-Strike, Hotline Miami, блядь, Face It, Call of Duty, блядь, Sekiro, GTA 5, Радуга, блядь, еще один Face, блядь, Steam, прочие все залупы, блядь. И ты говоришь, блядь, доту еще скачать к тому же, блядь. Нахуй нам твоя дота. Что мне показывать? Ни уровня, ничего. Играй так, чё? Inside? Inside можно. Там он, я его ранил. На 70, скорее всего. Четко. Один вот здесь. Проход okay. Заходишь там. Метку поставь. Что, на Б ставим? Он здесь слева в углу. Бля, я уже так спать хочу, пиздец, как. Хоть к первой паре завтра, блядь, вставать, пиздец. Пока что. Не, он играет. Что? Что-то не это. Не верится. А что? А что ты молчишь, блин? Что? Сука. А, косой, блядь. Ай, блядь, 42, пидорас. О, дайте на вас. Иди сюда, иди сюда. Давай, 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 я думаю, попробуй. А как, блядь? Сесть, да, здесь попробуй. Ой, там блядь. Одного а ранил. Не прыгайте, да, нихуя. Пацаны, вы что делаете? Хуйню занимаетесь, блядь. Поем, блядь. Ну, мы просто... Здесь есть. Помог. Блядь, там есть тутлер. Смотри. Нет никого. Не уходи туда, там ОВП. Я его баячу, баячу. Там ВП 30 хп осталось. Справа. С этим, справа сейчас будете выходить, там. Был, короче. Типа сюда смотрит?
Типа справа, блядь. Слева, 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 блядь, щелкает. Да-да-да, вот тут. Угу. Сори, Егор, сори. Ставьте бомба. Ставь. План. Пацаны не умеет план ставить. Он сел и не знает, что нажать. Он не умеет. План, блядь. Я говорил, его кикать надо. Так бы по 1000 давали каждый. А где у него где? Где на одной точке. Блядь, да как не попал, сука? Как так, блядь? Сейчас, блядь, не успеет. Нормально. АВП хочешь взять? Дроп мне АВП, плиз. Хуй, план, хуй. Дроп мне АВП. Чё? Дроп. Тодлер, ты чё? Каш. В смысле, блядь? Все, спасибо. Что, парни, сдрогнем? Блять, нахуя? Блять, сдрогни сам, блядь. Блять. Ой. Мне теперь будет стрелять. Они втроем выходят, блять. Я понял, ты куда это все? Блять, сзади обходит гондон. Зеленый, блять, ставь бомбу. Как на этой карте играть, суки? Они им в жопу зашли уже. Вот одного убили, еще один там. Там еще один. Another one. Хуй, another one. What? English, please, bro. Пошел нахуй. Егор, тут-то. Окей. Okay. Справа, блядь. Бля. Да. Я думал, слева. Вышел. Бля, я думал, типа, справа от того, значит, он выходил оттуда сзади. Какого хуя у нас так долго? Потому что они сзади заходили, это я знаю. Тебе не надо было думать, тебе сказали справа. Бомба, я подумал. Упаковку с печеньками. Ладно, пойдем. Хули игра так долго идет, блядь. Так, главное не нажать на левую кнопку мыши. А что такое? Меня выкинут с игры. Кинь, короче, огонь, кинь. Ты чё, сука? Ах ты, сука. Пацаны, он справа, что ли, сидел? А, или убили его? Не, не убили, вот он, я его вижу. Да ебаный! Хуй. Ставьте бомбу. Забери. Ставь бомбу. Забери ОП. Забери ОП, забери ОП, забери ОП, забери ОП. Да забери сзади. Блядь. Глаза, блядь, глаза. Спасибо. Последний раунд, пацаны, закупаемся по максимуму. Чем последний? А. Дай бог. Ебать ты мышь, я в шоке. А, еще и сверху. Я не могу.
Сзади еще сейчас будет. Сзади. Блять! Да пиздец. Как вот. Я тут доиграю, все, больше не буду. Пиздец. Надо спать ложиться уже. Че, рано вставать. Бля, ко мне, по-моему, вахтёр стучится. Ты чё, даже на целый день? Не знаю. Вы чё сказали? Наверное, нет. Я ещё работать не буду, документы принести. Я думаю, ты завтра уже работать будешь. Скорее всего, он завтра уже в ночь пойдёт. Идут здесь, на Б. Слышу. Тут двое ещё. Сзади дулю, вот. Сейчас из комнатки слева выйду, да. Там еще двое. Я троим пял сделаю. Как я люблю здесь ЗКТшников играть, блядь. Рашить намного удобнее. Нам не надо рашить. Кто сказал? Они, блядь, бомбу закладывают. Кто сказал, что не надо? Ты тупой, блядь. Не знаю. Ебать, на Эль зашел на стрим. Я вас всех обыграю, пиздец. Сука, почему лагает так, блядь? Подлер покоцаны. Только это косое оружие, кошмар. Сзади обойдут. Сзади, тутлер. Я, блядь. Ты говори, кому сзади, блядь. Да, они там, на другом пункте. Да, я и слышал их там. Бомба-то здесь. А, они уже умерли здесь. Я их убил, блядь. Это что такое? Охуеть. Тихо. А ты куда помчался? А? Куда Дудлер помчался? Все понять. У него микрофон сломался, он сейчас с ним говорит. Я ебать, это не он играет. Да я играю, суки, вы заебали. Я бы не ставил бомбу. Я бы убил его нахуй. Пизди. На, беги уже. Беги на. Ну, шансов нет. У него... Да пиздец, блядь, да ебал. Наиль доту игра... Ой, да, Наиль доту играет там, Егор. Ты чё? Егор спит. Чё, игнорите, да, блядь? Чё, кретины, стреляйте по мне. Сзади. За ящик. Покер, кстати, покер для гомосеков.
Дота тоже для гомосеков. Нави для гомосеков. Я спать хочу. Просто один четверых убил. Пятерых. Это все там что-то пытается тужиться, блядь, оскорблять. Кто? За них. На последнем месте. А? Зевака, да. И чё? Я хуею. Блять, заебал. Крыса, она и, блядь, и есть крыса. Бля, вы видели, что хуй творит. Кому-то, Егор, палку найти. Здесь, да, Дудлер, прямо. Да. Уж хочу закончить, блядь. Мне уже надоело, да. Может, постоим просто? У меня лагает просто все, я не могу, блядь. Глаза болят, блядь, щипит, сука. Хочу мочой лечь. Промой. Мочой промой, короче, сразу пройдет. Эй, да, блядь, заебал мне эта игра. А можно ливнуть? Меня не забанят на неделю? Молодец. Типа, ща, вижу прикол. О, смотри. Бичи. Баня, брод. Ты сука, блядь. О, сука, если блядь. Я еще разок платью ебу, мне, короче, выгонит сервер. Блядь, ну кто во флешку такой охуенно кинул? Хуй сердечки рисует. Рядом с Егором. Егор с дверью. Я не хочу играть. Я тоже не хочу уже. Егор, убей его нахуй. Меня забанят на неделю. Ты еще никого не убил. Давай, Егор, на две недели. Я тебя убил нормально. Ёбни в этой его. Карте ты никого не трогал, ничего не будет. Ёбни, я тебе прям 100% говорю. Ухудай им. Быстрее ему в голову, Егор. Егор, давай. Ты пиздил. Я тоже выстрелю в него в следующем раунде. Блядь. Почти. Что он делает? Он промазал тебе тоже. Он дефьюзит. Короче, будет ниндзя, дефьюз. Беру, короче, смог и слеп. Сейчас будет дефьюз. Наконец-то я первый. Сука, не надо меня тормозить. Питарасы. Зачем? Пизда. Селедка тухлодыра это. А нахуй ты кидаешь эту хуйню, блядь? А может, я ему в голову попал. Первым патроном. Хочешь знать, насколько урона? Да. На 30. Значит, не в голову. Голову, я видел, как каска блядь. Ты ж высокомата такая, блядь. Ты чё, ты хуй не нравится, урод? Ублюдки одни. Ублюдок ты, блядь. Блин, я один хит, короче, по тиммейту, и всё, и меня кикают нахуй на 7 дней. Один хит, блядь. Ха, меня выгнали, на 7 дней забанили. Кто зашел в огонь? Серьезно? Оранжевый. Ой, Андрей, какой ты пидор, сука. А я тут, причем я вообще был. На огне мне дали предупреждение. Бля. Ну ты сейчас убил опять кого-то. Оранжевый. Мне дали предупреждение. Ты умер, блядь. Оранжевый это поляк.
Сейчас проверим, меня забанят на неделе. Так бывает. Где Андрей? А вот. Сейчас ты не явил. Ты мне прям под ноги кинул, куда мне бежать? Бля, куда под ноги? Ты туда сам зашел, блядь. Я кинул огонь, только ты потом туда зашел, блядь. Че ты смеешься? Ты меня наперед его кинул. Ну и нехуй туда заходить. Охуеть. Я говорю, ты видишь, что я рашу, блядь. Где ты рашишь? Ты, блядь, уже не зарашишь, если мы обогнали всех. Рашер, блядь. Го выгоним этого под конец, поляка. Давай, давай, давай. Блять, выгоняйте, выгоняйте. Андрей, ходи. Ты хороший. Самоубийство, Андрей, самоубийство. Это выход. Блять. Ага. Бля, Наид заебал, кибербулит. Ладно, пацан, давайте. Давай. 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 Бля, ты не будешь играть ни во что? Не, у меня что-то глаза болят, пизда. Все, давай. Так, ёб вашу мать, наконец-то, блядь, мы из этого говна выходим. Сейчас буквально одну блядскую игру, эту блядскую игру под названием Rainbow Six. А там посмотрим. Спать охота, пиздец, блядь. Наиль, тебе завтра к первой паре. И, блядь, Вадим, тебе тоже. Шибанулись, ребята. Идите спать, блядь. 7 зрителей, блядь. Охуеть. Стоило нахуяриться и захотеть спать. 7 гомосеков зашло. Салам алейкум. Еще и пишут только двое, блядь. Вот охуенно. Так, я вообще для чего эту хуйню вообще вам показываю? Сейчас. Короче, готов разыграть среди вас одну очень трофейную вещь. Оп. Вот эту вещь, короче, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 хуёвин из-под пива готов разыграть абсолютно бесплатно. Вот. Часы разыграны уже. Не, если надо, могу еще раз. Могу еще раз часы разыграть. Просто если они еще раз у меня, хотя бы раз, вот реально утром еще раз они у меня зазвенят, я их разъебу и выкину на улицу, блядь, потому что они меня заебали. Будить каждый раз в 12 часов утра. Розыгрыш. Говорю, розыгрыш, вот эта хуйня, это скрепка. Вот скрепка идет. Вот скрепка. А на ней вот эти 15 того, что я выпил. Все это я пил во время стрима, так что по сути это история. Вадим забил номер 2. Так, окей, забивайте тогда, кто хочет участвовать в себе номера всякие. Любые, блядь, какие хотите. Просто любые номера забивайте себе. Ну, типа от 1 до 5, там, не знаю, типа того. Пока я, блядь, не усну. Потом еще часы разыграем. Так, стойте, блядь, надо листок взять. Стой, блядь.
Сука, я сколько спать собрался. Да вообще не спи, заебал. Нахуй эти пары завтра, забей. Я завтра не пойду на пары. Так, какая-то тетрадь, туризм. А, о, это хуйня, где меня на работу пытались брать. Так. Значит, записываю. Второй. Вадим. Так, четвертый. Данил. Остальные номера занимайте, суки. Остальные номера. Как бы вот подарок, он есть подарок. Вот 15 штук. Если что, если вам вот этот подарок не нравится, могу подарить вот эти часы. Вот эти часы. Вот, так что как пойдет. Либо вот эти часы, либо вот эта вот хуйня. Занимайте номера, блядь. От 1 до 5 уже 2,4 занят. Сейчас в любом случае разыграем. Просто разница будет между сколькими людьми. Либо между пятеркой и... Ой, между четверкой и двойкой, либо... Вот, может еще кто зайдет. Блядь, зима, дайте поиграть. Rainbow Bliss. Ой, Rainbow Six. Сейчас дощу. Один. Все, так. Пишу один. Черточка. Модер. Один модер. Все, записал. В список пидорасов карандашом. Уже трое. Еще двое нужно. Хотя бы. Где там Санёк? Позовите, блядь, чай на стрим. На стримчик. Дальше. Есть свободные номера 3 и 5. Буквально для двух человек. 3 и 5. Выбирайте, кто третий, кто пятый. Быстрее. Часы и охуенные... Вот часы и охуенная вот эта вот вещь, коллекция. Разыгрывается, если что. Часы разыгрываются повторно, потому что первый раз правообладатель от них отказался. Вот в радугу пьяным играть охуенно, можно троллить своих чуваков, типа... Они нихуя не поймут, потому что они никогда не выкупают, блядь. Опа, ча. Чувак зовет, ебать. Отцеп, нахуй. Отцеп. Все, я принял. Блять, что бы сделать так, чтобы... А, где он, блять? Нахуй он меня звал, пидорас? А, вот. Здорово. Я знаю, что чувак... Здорово, мы сейчас ждем еще. Я с ними уже играл. Блять, у меня звание... Его не, блять, по залупе. Один, ну все, короче, я ебал ждать. Не буду нахуй ждать. Рот ебал. Так, где у нас рандомайзер? Чё? Рандомайзер? Больше никого нет, нихуй. Рандомайзер. Калькулятор 1488. Значит, от 1 до 5 пишу. Сгенерировать. 5. 5 у нас не выбирал никто, значит, выбираем еще раз. 2. 2. О, это Вадим. Ну все, Вадим, ты выбрал.
выиграл бесполезную хуйню с кучей крышек на пиво, которые я оторвал и собрал одно. Так, теперь разыгрываем часы. Если кто часы хочет, еще пишите. Потом добавлю. Ой, так, да. Короче, я так понимаю, на часы та же самая хуйня будет. Вадим, короче, послезавтра на пару приходи. Я тоже буду там. Как бы отдам тебе эту хуйню. Я сразу даже куда-нибудь поближе положу, чтобы не забыть. Так, часы. Теперь кто выигрывает часы? Надо, чтобы кто-то хотя бы, хоть кто-то еще написал плюс. А иначе по хуйне будет. Из трех человек, которых Вадим уже не участвует, остается только номера 4 и 1. Это за Данилом и Модером. Типа, это мало всего лишь из двух убирать. Надо еще хотя бы одного. Чтобы я еще разок ебанул. Блять, банк. Ладно, хуй с ним, пока, пацаны, банк. Сейчас чисто вот сейчас часы, типа. Вот сейчас разыгрываем часы. Сейчас покажу, какие. Бери его же. Кого, Вадима? Нельзя. А если он два сразу выиграет, нечестно. Эти часы, короче. Ну ладно, хуй с ним, Вадима тогда тоже считаем. Похуй, погнали. Один. Модер, блядь, да ты заебал. Ты что, хочешь эти часы или что, блядь, я не пойму. Похуй тебе, каждый раз одни и те же часы эти попадаются. Блядь, давай, короче, на часах я тебя исключаю. Все, на часах, короче, от двух до пяти я ебал. Или что, или ты хочешь прям часы? Если хочешь, я могу тебе их отдать. Потому что ты их уже два раза выиграл, блядь. Ты заебал, реально. Не, ну все, тогда я, короче, от двух до пяти. Три, никого. Три, опять никого. Два. Вадим, ты заебал. Ты выиграл только что. И часы. И эту хуету, которую я вторую разыгрываю. Ты оставил Данила, блядь, без подарка. Без розыгрыша на стриме. Вадим, блядь. Надо было тебе какой-нибудь другой номер присвоить. Ну уже пуху, блядь. Так, какая точка выбрана? Дундра, у тебя ДС нету? ДС есть. Скинь в чат свой ДС. Может, вы скинете? Так мы вчетвером сидим. А, блядь. Я скину еще. Четыре в этой жизни. А, ну давай после этого раунда. Окей. Блядь, сейчас я их убавлю. Это пиздец какой-то. Нахуй, меня уши рвет, блядь. Мое везение вышло из чата. Данил, я тебе подарю что-нибудь обязательно. Что-нибудь да подарю. Они заебали орать. Идите нахуй отсюда вообще, блядь. Ой, я забыл. Что? Ебать, я даун. Пацаны, я даун еще. Бля, что ты делаешь, сука? Ёбаная валькирия. Возьми. Всё, блядь. Сори. А я специально, а? Ладно, всем салам, засыпаю, пиздец, после вашей крески. Блять, я тоже засыпаю, реально. Так что, если что, я тебя пойму. Спокойной ночи. Пиздец, тоже спать хочу, на самом деле. Что я, блять, делаю? У меня золотой, это, дигл. Кого убить?
Спокойной ночи, Данил. Теперь если Данил еще меньше шансов что-то выиграть. Ой, блядь, подзатыльник не словил. Ай, откуда? Еблан. Так, тут хуесосы, хуесосы, блядь. Отметь, педрила. Слышу, сука, не слышу, цена. Мы походу хуй сейчас пососем. Даже при том, что я хоть кого-то доубил. Так, че пикнули? Второй этаж, ёб твою мать. Я не знаю, за кого играть на втором этаже. За миру бесполезно, за лосьоны бесполезно, за кайф бесполезно. Уже похуй, за кастла поиграем, блядь. Все, сейчас эту хуйню доигрываем, и я спать, я мне пиздец рубит, блядь. Тебя в личку Дудлера отправили. Хорошо. Нак очень мало хп. Блокирую! Лудлер, там слева ног было, он очень мало хп. На метке ног. Ай, блядь! Бля, сори, не ожидал. Че, вообще возьмем личку у тебя? Через окно. Вот здесь. Сука, у них такие микрофоны конченые просто. Я слышу просто пердёж, блядь. Нихуя не понимаю. Ух.
взять, сука. Что взять, пацаны? Хуй знает. Я возьму Каида, блядь, не знаю. Я возьму Меру, короче. Никто не берет Меру, я возьму Меру. Не сосите, ну шо попробуем, блядь. Я хочу спать, пиздец, как. Меня рубит, блядь. Охранять у заряды. Так, я знаю, что... Ставь, ёбаная дура. Понятная хуйня, это ваша радуга, согласен. Блять, гандоны. Лидер, не выходи, там наверху пропилено. Да нахуй ты пиздишь, блять. Стенокрушитель, блядь. Оля, хуча болевнула, на самом деле, так спать хочу. Один оперативник. Пиздец. Слепит, блядь. Активатор.
Дудлер, ты зайдешь, ты зайдешь? А, да, точно. Батя уснул, сори. Дудлер. Да, сори, я уснул, пиздец. Чё? Да пиздец, меня слепит, блядь. Нужно отыскать заряд. Спать хочу. Я реально уснул. Добавь меня, друзья. Это не подвал. А, я... Нет, это не подвал. Пиздец, блин, как минимум стрим закончить нахуй. Тоже пиздец, я просто сплю, блядь. Это либо стрим закончить, либо, блядь... Где? Да блять! Пиздец там в этой комнате ебан, капкан. Слева. Тачер. Я убил капкана. А, все, понял, сори. Пиздец, я сплю нахуй. Бля, вы либо что-нибудь пишите, либо нихуя не пишите, я пойду спать. Бля, возьми и добавь в друзья, говорю, ты чё ты ждёшь-то? Кто, блядь, принять? Положил за баба. Что ты пишешь, Вадим? Ты нихуя не пишешь. Иди спать, заебался. Первый парень. Ну не пройти, блядь, ну. Лох-хп. Лох-хп. Блядь, ты закрути свой рот. Тебе завтрак первый парень, Вадим. Ты ебанулся. Блять, они еще и все не в моей ком. Блять, пусть он меня добавит, ёб вашу мать. Блять, тут можно же было писать просто, блять, нахуй мне его добавлять, чтобы, блять, сообщить ему, что я послал бы их нахуй.
Шо, я спать, короче, пиздец, нахуй меня рубит. Давайте еще раз генерируем. На 3, следующий 3. Ебать, я отгадал. Все. Это получается бан. Всю эту хуйню я совершаю. Доброй ночи всем. Спокойной ночи. До свидос. Салам алейкум. Ой, стой, стой, стой. Сейчас, сейчас, сейчас. Последний. Традиция, это надо так, так. Что набрал, блядь? Хасбик. Ковре. Вот. Так, должен быть обратный видос. Во. Все, блядь, так, повтор и давайте, до свидания. Hey, you did that, you've been on my shoulders.